модулируя все-таки ПАКСИ. Это, в общем-то, мы видим, но это надо доказать. То есть не задержка старения, а именно синалитические. То есть синусоидные клетки, в общем-то, это один из краеугольных, так сказать, камней всей проблемы старения. Причем, ну, на C. elegans это показано, на мышках показано, ну что еще. А мы видим у себя, у людей, у 90-летних мы видим эффекты, вот, ну омоложение, по-другому не назовешь. Но мы же не можем так просто на синусоидные клетки померить. Хотя, конечно, в крови, в белой крови мы это видим. У тех же голландцев есть великолепная работа, там у 106-летней, что ли, женщины взяли, значит, посмотрели иммунные клетки, оказалось, что у нее там чуть ли не... Вся белая кровь, производная одной единственной стволовой клетки, которая вот пережила все перфорбации. То есть по стволовым клеткам можно, то есть, ну, да по белой крови можно очень много увидеть. В Израиле тоже много наработано, очень интересно. Они показали, что ГБО, синалитический эффект, однозначно, удлиняются теломеры. Хотя, правда, классические геронтологи там закудахтали, да вот, кислород, который яд, свободный радикал, это как можно, это все ерунда, это не может быть. Но те, кто практически с этим работает, конечно, всерьез это не принимают. Я работаю с ГПРО, извините, с 80-х годов прошлого века. И мы видим совершенно четкие эффекты, да, есть эффект, ну, антистарения. Но израильтяне вообще проделали очень хорошую работу, сибирянцев по 30-40. Смотрели, ну там много чего смотрели, но в качестве теломера. И вот когда увидели, что теломер удлиняется, ну, а смотрите, что, белая кровь. Вопрос, а как это может быть? Как они могут быть? Повышенный кислород, что он удлиняет теломеры. Вот на этом уровне вот эти кабинетные геронтологи так и думают. А то, что происходит просто обновление, более юные стволовые клетки пробуждаются, они теломеры подлиннее, с короткими теломерами реже гибнут, замещается популяция более молодыми членами. Вот и все. Они это не понимают. Поэтому их приходится мордой тыкать в факты. Ну и объяснять на пальцах, что там происходит. Вот. Поэтому, может, что-то получится, если мы покажем, что контролируемая гипоксия, а в данном случае даже речь идет не о гипоксии, а перемежающаяся контролируемая оксигенация. Потому что в гипербореи, там, чего, мы работаем крутой гипероксией. И в то же время нашей интервальной гипоксии мы получаем тот же эффект. Поэтому это вот такая широкая штука. Понятно. Комбинировать можно? Запросто. Мы сейчас уже терапевтически комбинируем. У нас аппарат, например, выдает 10% кислорода в гипоксической фазе, а в гипероксической 30-35%. Мы увеличиваем амплитуду, мы увеличиваем нагрузку на эти синесцентные клетки. Естественно, они от этого быстрее дохнут. Я вот хочу, может, поподробнее сейчас рассказать о том, какой мышь изобрели. Сергей Александрович любит кратенько, да, может быть, вы поймете. Вот супер мышь, нам надо такую у них как-то вылить, сюда привезти. Значит, они внедрили туда искусственную хромосому, и в эту хромосому они вставили промотор вот этого ВИНГ-16 гена. В16-4А. Это ген, который ответственен за супрессию онкологии в основном, ну и вообще за клеточный стоп, за остановку роста. За остановку роста при любых подозрительных условиях. Онкология, там, облучение, там, все что угодно, сразу вот он заметил малейшую неполадку, он включается клеточный анализ. Вот. Ну и его считают геном старения, поэтому. Потому что клетка останавливается, она же не растет, а просто стареет. И как бы универсальный ген старения. Здравствуйте, Сергей Александрович. Извините, пожалуйста, задержку. Мне, пожалуйста, несколько фильмов.
Вот, значит, представьте, ну, по-моему, Алексей Валерьевич, вы уже видели, да, Лендук, наш заведующий лабораторией. А вот у нас гость приехал из Майорки, из клиники гипоксической Аркадии. Аркадий по обществу конкретно. У нас есть клиника ЭКО, значит, мы делали год 4000 ЭКО, и у нас есть научная лаборатория, мы стараемся сделать присадку ядер для наложения эксперта. У нас к нам приходит женщина, которая там за 50 уже, у нее эксперт есть еще, но уже некачественно. И мы меняем цитоплазму. То есть там же берем ядро. То есть яйцеклетки уже возрастной женщины, пересаживаем ее в яйцеклетку молодого донора, 20 лет, где ну, предварительно удаляем ядро. И тем самым старое ядро. То есть митохондрии получаются молодые, а ядро... Не весь аппарат. Но яйцеклетка нам содержит в себе не только ядро, а какой-то очень сложный аппарат, запрограммированный на первые 5 лет развития. Да, вот он, самый технический. Там где микротруб, еще что-то там, да, еще там, да. Там не только митохондрия важна, там все важно. И мы тут меняем, и получается старое ядро, подаем в окружение молодой, молодого аппарата этого, дальнейшего деления, дробления, развития эмбриона. И вот эти факторы с цитоплазматическими мы тоже как-то образом репрограммируем. И сравнивали, да? То есть если без пересадки цитоплазмы, с пересадкой, большая разница, да? И тем самым дальше это дело, но пока, к сожалению, успехи плохие. Я не хочу вас отдаливать. Очень сложная технология. В чем? Ну, мы повреждаем еще клетки, мы тоже, все. Пока научная работа, правильно? Научная, нет, но мы уже, у нас есть цех, которые уже прошли. Они согласны научной работе, они это делают. Ну, это же не выход организма, а проверки все. Назовите порога такого, где, как приближаясь к какому? Да, к какому возрасту резко ухудшается. А, у нас есть статистика, что после 38 лет. Вот. До 38 лет у нас процент беременности постоянный. Да, да. Он определяется возрастом яйцеклетки. То есть мы можем взять старую женщину, взять молодую яйцеклетку от молодого дома. И с первого мужа посадить старую женщину. И у нее такой же беременность, как молодой. Потому что она взяла молодую яйцеклетку чужую. То есть плато идет, а потом... А 38 лет начинает падение, а в 42 года вес падает. То есть 38 лет, 60% до 38 лет забеременели. С 38 лет до 42 падает до 5-6%, а с 42 лет до 46 лет падает до 2%. Вот два перегиба. 38-42. Да, 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 есть очень. Ой, знаете, обязательно. А если цитоплазму дать, или там еще нет статистики? Нет статистики. Да, значит, я по этому поводу сразу могу высказать про какие-то почесы, про какие-то аспекты. Потому что митохондрии весят пары митохондриальные, вся эта цитопляска, это замечательно. Но у нас еще есть все-таки ядро с ядерной мембраной. Вот поры ядерной мембраны, которые вот так работают, они, в принципе, они только стоят. Они обновляются только в периоде обнуления, да, который, вот как сейчас Гладышев, очень хорошая статья была, они показали, где обнуление происходит. Потому что когда яйцеклетка оплодотворяется, она все-таки еще несет эфир. Вот когда первые дни развития эмбриона, вот там идет фаза обнуления. То есть она омолаживается, то есть самый ранний стадий. И вот там, возможно, и происходит обновление пор ядерных. Если этого нет, то, потому что ядерный пор – это последний вот, непрошибаемый такой механизм. Да? У Аркадия вообще есть механизм обновления митохондрии, гипоксии. Но, может быть, это чуть-чуть попозже? Ну, да. Давайте. Я, к сожалению, страшно ушла. Мы просто проверку. Сейчас, мы... сюда. Да, проверку. Короче, клинику. Я работаю по ОМС, и мне нужно прописывать. Ну, может, с вами как-то потом продолжим. Может, попозже. Я попробую сделать также экскурсию по нашей лаборатории. Ну, когда вы закончите. Отлично. Мне надо просто, они сейчас спешат тоже уезжать уже.
Сергей Александрович, вот я еще хотела вас познакомить с Александром Леонидовичем. Да, расскажите о себе, просто пару слов о своей клинике. И вот... Несколько клиник, с которыми мы работаем вот, в Москве. Вот, и какие-то работы мы ведем там, за рубежом. Там сейчас с микроскопией, там какие-то новые хотим попробовать. Микроскопы тоже произвести, типа, знаете, типа монофокальных, там, монофокальных, только не с одним, а объектом, а с несколькими. То есть на новый уровень выйти. Вот. Ну, как раз, может быть, для лета было интересно. Ну, давайте потом вообще будет год, сейчас будет еще. Ну, может быть, это после семинара. Патент, да, да. Там. А вы подойдете еще? Подойдем, да, да. То, что проблема за этим наблюдать, а это все стоит очень дорого, все аппараты. А мы хотим вывести как бы на уровень, так сказать, вообще там, доступности для всех. Это самое важное. И получили интересный эффект с оптикой. Причем вот медицина, оптика, это, так сказать, вообще пропасть между ними. Пытались там кого-то, я хотел уточнить, насколько мы увеличили, ну, причина, допустим, 10 тысяч. Без инъекционного масла, допустим. Ну, это не может быть. Там, я показываю там волос за увеличенным огромным. На какой-то матрице, там просто там, внутри мегапиксель. Сейчас матрицу заказываем уже на 48, ну, то есть там 6 на 8 тысяч. То есть будет уровень. А как бы среди специалистов в медицине, вот у меня там коллега был один из второго меда, он читает эти лекции студентам сам. Кандидат нам, я говорю, как а вы определяете степень лечения? Ну, там надо умножить. Я говорю, а если там, ну, непонятно, и тогда не знаю, в общем. Вот, и потом в итоге мы поговорили, то есть просто вырубило, он вообще исчез. Александр, а вы связались с представителем? Да, конечно, мы с ним поговорили, очень-очень вам благодарен, он прям дал такой мне ценные, так сказать, эти самые вехи, куда идти. Вот здесь есть у Юковенко такие микроскопы? Там, таких наград есть. Потому что у нас большое фокусное расстояние, то есть, а у них у всех со расстоянием меньше миллиметра. И получается, что они не могут в принципе делать то, что можно. А живые лица можно смотреть? Да, любые. Наоборот, вот, как раз в этом и смысл, что можно вообще там использовать там, какую-то элементарную там, систему видеонаблюдения, просто смотреть годами вообще. И то, что несколько объективов, это позволяет, значит, либо на разную глубину заглядывать, либо, так сказать, поле увеличивать, либо и то сразу одновременно. То есть, да. И еще можно и сверху, и снизу. И поскольку я пробовал даже там, через стекло ампулы заглядывать, все нормально, все видно. Просто тут проблема с матрицами, с этим. Но сейчас, так сказать, просто на дешевых каких-то моделях попробовали, все работает. Сейчас заказали матрицу, ждем на 48 мегапикселей. А как вы видите кожу реагируете? Вот так вот все видно. Пришлось даже там законы оптики немножко пододвинуть законы оптики, я вам сейчас расскажу. Во-первых, там делает, главное, это апертура в самом микроскопе, это очень важный момент. Там про длину волны сразу нужно забывать. То есть там, ну, можно подавать просто разные источники с разных сторон. Значит, получается. Это не свет, потому что другим светит. Ну, все равно это свет какой-то. С оптикой. У нас конфокал есть микроскопы в Рудене. А пока только первый купили флуоресцент. Очень хороший. Он снимает почти конфокал. Самое хорошее. А стоит сколько? Больше 30 миллионов. Ух. Рублей. Рублей, да. Ну вот. Понятно. Ну хорошо. Мы хотим брать там 1000 долларов. Сейчас надо понять, каким образом мы сможем вот этот проект продвинуть на как бы международный уровень, потому что возможности, какие есть в Голландии, у нас, в общем-то, не сравнимы. Ну, начинаем с этих мышей. То есть, еще раз, эти мыши позволяют видеть буквально вот практически невооруженным глазом все старые клетки в мыши. За счет чего? За счет того, что благодаря этой искусственной хромосоме под P16 промотором там начинают экспрессироваться белок Red Fluorescent Protein, красный флуоресцирующий белок. И то есть мы можем их не только видеть в люминесценции и флуоресценции, но мы можем их убить. То есть, да, там еще введен герпетический белок тимидин-киназы, который очень хорошо реагирует на, как это называется,
этот, не ацикловир, а генцикловир, что ли. Ну, в общем, как лекарство, которое убивает вот этот герпес. И поскольку вот эта тимидинкиназа герпетическая экспрессируется в старых клетках, он ее убивает. Как только мы даем это лекарство. Вот так, такая интересная модель. Соответственно, на ней можно изучать все процессы старения. Где, когда, после какого воздействия появляются сенесцентные клетки. Они появляются после облучения, они появляются при ранении. Очень интересно, причем кинетика на 6-й дне, день максимум, к 20-му дню исчезает. Да. Вот. И вот эта работа, она очень интересная работа, Демарио тоже. Он показывает, что оказывается, заживление ран происходит с участием вот этих сенесцентных клеток. Ну, это известно. Ну, вот. Здесь они, может, это как-то... Кому-то известно, кому-то нет, я даже не знаю. Нет, сенесцентные клетки у детей особенно хорошо изучены, даже при просто развитии, там апоптоза много. Они появляются в мозгу, во время внутриутробного развития, да, да, там в мозгу половина нейронов умирает до рождения. Значит, после облучения и старения накапливали старые клетки с люминесценцией и флуоресценцией вот этим белком. И они эффективно убирались ганцикловиром. Вот ганцикловир это называется. Антигерпетический. Так. И при этом они наблюдали увеличение экспрессии SASP-факторов. SASP – это senescence associated secretory phenotype. То есть это белки, которые старая клетка экспрессирует в среду. Да, маркеры. Нет, именно имеется в виду секреторию. То есть она их секретирует в среду, и если мы кондиционируем среду, в которой росли старые клетки, дадим молодым клеткам, они превращаются в старые. Ну, они замедляются. То есть в интерлютин 6 и в интерлютин. Да, их много. Вот этот, но при обучении вот накапливается на этом интерлютин 6, МП3, но не интерлютин 5. Не воспаление, а интерлютин 5 это что? Это аллергия. Тучные клетки, эозинофилы, содержащие клетки его экспрессируют. Вот. То есть, ну, не очень понятно, что и почему, но понятно, что ответ он не полностью. То есть разные фенотипы старения, они различаются, они пересекаются, но не совпадают. То старение, которое натуральное, которое при иррадиации, которое при ранении. Это разные типы старения. Значит, в модели кожной раны, в рамках мышей накапливались старые клетки, они их смогли покрасить на ткани специфичность, оказалось, что это фибробласты и эндотелиоциты капиллярные. То есть это была морфология, что и каждый день они как бы... Они каждый день определяли, и пик был на 6-й день. Морфологически прямо резали. Или там все-таки использовали томографию, или сам. Ой, я думаю, они резали каждый день. Но это можно уточнить таким образом. Но там прямо у них пик такой, что на 6-й день получается пик. И это именно фибробластные эндотелиоциты. К 20-му дню исчезают. Интересно, никогда такого не видела, что у самцов они появляются на 2-3 дня позже, вот этот пик со сдвигом, чем у самок. И, соответственно, рано заживления у самцов немножечко замедляется. Вы такое замечали? Нет? Даже не изучали. И вот они это показали. Ну, да. Теперь, если мы обработаем ганцикловиром рану, то там старые клетки не появляются. И рана заживления резко замедляется. Замедляется. Причем, когда они все-таки заживут, вот получается выжженный фиброз. То есть там вот одно предложение выше и противоречит получается. Замедляя заживление, если они появляются. Да. А если их убрать, то все равно еще хуже. Так что? Да. Очень интересно. Нет, подожди, что замедляет? Ганцикловир? Ну, смотрите, вот у нас появляются в ране старые клетки. Да. И чем дольше персистенция в этой ране, тем дольше заживает рана. Правильно? Первый клетки. Нет, они накапливаются в ране, в
норме на шестой день, и идет нормальное заживление. Но если мы дадим вот этот ганцикловир и их убьем, старые клетки, то заживление будет намного дольше. Старые клетки, они связаны с более низким заживлением. Я думаю, что это просто указатель того, что синестетные клетки, которые образуются в процессе заживления рамки, это не те, которые образуются в процессе заживления. Они, разумеется, не те. Они не те. Другое дело, что они посадки, они похожи. Посадки, они похожи. Нужно выделить. Бета-галактозидазу, вот. Они их выделили на проточной цитометрии, цепляя там за какой-то из этих вот SARS-маркеров. Они их выделили и определили их белковый профиль. И оказалось, что у них очень, там, в несколько десятков раз превышен относительно нормы уровень плателет-дерат-груз-фактор и васкулярно-тейлер-груз-фактор. Но если вот второй васкулярно-тейлер, он раньше был известен как САС, то вот плателет, это они первые сказали, что он тоже... Оба стимулируются гипоксией, кстати. А заживающие ранее гипоксии полным-полно. Но это кожные, а я бы не сказала. Все равно, нет. Там происходит все равно сначала грануляция из клеток, которые, в общем-то, ну, они там капилляры прорастают позже. То есть сначала там идет самая псевдоэмбриональная фаза, которая там. Почему моя центральность обозначена? Да, вот эти клетки, которые были фибробласты, кератиноцит, эндотелиоцит, такие были экспрессированы. Видите, они взяли все red fluorescent protein положительные клетки. То есть они цепляли его за вот этот вот встроенный белок. Он экспрессируется только в тех клетках, в которых активируется Т16 промоутер, то есть старт. И там были, вот они показали два типа клеток, фибробласты и эндотелиоциты. То есть вот здесь вот не разделяются. То есть какая-то смесюга из фибробластных и эндотелиоцитарных, но старых клеток, она продуцировала вот эти вот штуки. Ну и кроме того, кучу вот хемокинов и интерлейкинов, которые ассоциированы с САС. Разные типы старых клеток экспрессируют одинаковые профили белков. Они здесь их не разделяли. Они здесь их не разделяли, фибробласты от эндотелиоцитов. Они просто померили и показали, что есть вот эти и эти. Кератиноцитов точно нет, это они показали, что кератиноцитов точно нет. Они не стареют. Они не стареют. Среди старых... Терминальные клетки уже после сильной дифференциации кератиноцитов образуются. Но тем не менее, они по 16 не экспрессируют. Они разделяют. Кератиноциты молодые, которые могут делиться. И вот которые уже там в коже в этих спаях находятся, их все называют кератиноцитами. То есть молодые кератиноциты тоже называются, они все еще в поле патентки делятся. Они, наверное, не поле все-таки унипатентны, да, то есть они кератиноциты дают. Но, собственно, они вот стареют наверх. Ну, да, стареют наверх, и вот кератин, который смывается мочал. А при раннем заживлении те не работают, работают ниже базальные кератиноциты. Которые там, собственно, и дают сигнал. Но там еще интереснее, если рано заживление, мы просто этим занимались, значит, мы занимаемся таким рано заживлением, клиническим, ну, одним из самых сложных. Мы работаем с диабетическими язвами. То есть у нас полно диабетиков, у них язвы появляются регулярно, есть часть пациентов, у которых язвы не заживают никогда, на самом деле. 10% там доходит до ампутации. Да. Открытая рана, инфицирование, ампутация. Значит, мы разработали клеточный препарат для лечения диабетических язв. Мы это начали еще 10 лет назад уже, 12 лет. Как он называется? Называется как? Ну, пока еще не так называется, его еще не назвали. Он сделан на основе мезенхимальных стромальных клеток костного мозга. По-моему, как раз у нас в столичном доктора что-то такое делали. Ну, мы также занимаемся. Мы
собственно, делали доклинику у нас шла разная. Это были, например, стритозоциновая модель, диабетическая у крыс. Это были дивидиумайз, мутанты, которые у них уже диабет И в дальнейшем мы перешли на клиническое испытание. Вот клиническое испытание мы делали в первом мире. У нас оно было сами зарегистрировано как научно-клиническое исследование. Был набор пациентов. У нас была производственная лаборатория, где мы могли нарабатывать клетки надлежащим образом, ну, прям по всем правилам, со всеми документами, и подготавливали прототипы этих продуктов. И, собственно, отрабатывали эффективные дозировки этих клеток при диабетических язвах. Мы нашли, мы их запатентовали. Сейчас у нас с прошлого года идет грант Минпромторга на регистрацию клеточного препарата в России. То есть, фактически, вы разработали клеточный препарат на основе стволовых клеток, уже запатентовали, именно вот для диабетической раны, или он будет широко применяться? На самом деле мы сейчас выделили так, что он диабетический язв. На самом деле, если посмотреть лекарственные средства, которые как бы с показаниями против, точнее, для ранозаживления, у них спектр более широкий. Это и трофические язвы. Да. Диабетических язв у нас очень много, это миллионы. Да. Диабетических язв все-таки сотни тысяч. Да. Как бы на порядок лучше работать с трофическими язвами. Но на моделях с диабетическими язвами мы можем, собственно, показывать все механизмы действия этих клеток. Да. Да. И, собственно, поэтому мы как бы со стороны диабета мы понимаем, что там происходит у диабета, да. Диабетические фибробласты. Мы их никогда не характеризовали там, старые и не старые. Дело в том, что они не отвечают на сигналы, которые им дают кератиноциты. Кератиноциты правее и выше, вот несколько уровней. Если у нас происходит повреждение кератиноцитов, у них есть главный сигнал. Это интерлейкин адреналин. Они его запускают в мозг. Каждый следующий кератиноцит, получив интерлейкин 1 альфа, он его в усиленном виде подает ниже. Кстати, он входит в САСК. Смотрите. И потом уже базальные кератиноциты, они дают сигнал фибробласту. Там, где источник мышечной зависимости, клетка-клетка. Кератиноцит и фибробласт. Он ему дает сигнал, а фибробласт должен ответить. Он в ответ должен дать FGF7. Это кератиносайд фактор. То есть они должны друг друга простимулировать. Эти дают сигнал фибробластам, фибробласты дают сигнал кератиноцитам обратно, чтобы они начали делиться. Вот, то есть контроль там на фибробластах. Фибробласты у диабетиков молчат, они не отвечают на этот сигнал, потому что они сломаны диабетики. Вот смотрите, мы видим очень хороший ответ на гипоксию, на нашу дозированную гипоксию. Диабетические язвы подавляющего большинства заживают достаточно быстро. Я это много-много раз видел. То есть, он, конечно, там... Вот интермиттен, переменная гипоксия, да? Только, да. Только на рану или... Улучшается вообще общий метаболический статус. Но диабетические язвы однозначно, особенно если они еще там, до 3 сантиметров, буквально очень быстро. Вы имеете в виду, это человек дышит этим воздухом или просто на рану? Нет, человек получает раз в день часовой сеанс гипоксической терапии. Никогда не работает тканью, через маску. Человек лежит, расслабляется, слушает. Он дышит, медитативно. Я думал, прикладывает. Да, нет. Это системное воздействие. Как стимулируется ВИГФ, так стимулируется эритроцитоз. Там куча всего происходит. И в том числе и митохондриальные улучшения. Потому что диабетики всегда митохондрии с приметом. Вот. У них пропало. То есть, конечно, здесь синергии, а самый главный механизм можно лучше понять. Да. Плюс, что еще хотел добавить. Конечно, это замечательно, то, что вы там запатентовали, но большая фарма из этого делает что? Экзосома. Это безопасно, и вот так патентуется. И вот такой вот еще цена. Это же онтологичный, да? Поэтому нет, у нас аллогенный продукт будет в конечном итоге. Значит, смотрите, я согласен, что
метровизикулы – это более фармацевтический подход, чем даже аллогенная перечная терапия. Даже если он там будет суперский, можно будет его транспортировать. Супердорогой. А для этого и делается. Для этого я вот здесь как бы могу поспорить, да, вот если сесть и посчитать, микровизикулы должны нарабатываться на клеточной линии, которая должна нарабатываться, собственно, в таких же условиях, как клеточный препарат, по большому счету, если мы говорим о фармацевтическом. Здесь дело в том, что есть такой вектор системный, то, что можно дороже продать, они это будут делать. А то, что подешевле, и это будет... А то, что подешевле, будем делать мы. Смотрите, у нас вот, есть... Да, для народа. Ниша все-таки есть и для того, и для другого. Потому что на моих глазах, вот за последние 20 лет, исчезают великолепные, проверенные, безопасные препараты. И заменяются в 5 раз более дорогими. Да, вот это лучше, ничего подобного, не лучше работает, но часто хуже. То есть это настолько омерзительный факт. Но, тем не менее, у нас в России, оказывается, есть фармкомпании, которые готовы вкладываться в клеточные технологии. Вот у нас, собственно, такой индустриальный партнер, это который хорошо. С нами пошел в Минпром, и мы взяли этот грант. Он у нас на 7 лет. Вы планируете от молодых доноров таких факторов, которые усиливают миграцию раковых клеток? Они не идентифицировали, они их просто проверяли измерением скорости движения тестовой раковой линии. Я не стала ее писать, вот какая-то у них раковая линия, и они добавляли в эту раковую линию в кондиционерную среду и смотрели, как быстро клетки движутся. И оказалось, что гипоксия, она как раз уменьшает продукцию вот этих вот факторов, которые провоцируют мотилити. То есть, как ни странно, тоже всегда раковые больные спрашивают, а как же так? Ведь гипоксия может увеличить метастазин. Ведь опухоли любят гипоксию. Закономерный вопрос. Ну вот вам на него ответ. Потому что мы видим, мы очень много ведем больных после терапии, после отключения хемотерапии. Мы не видим ускорения метастазирования. Наоборот, по большей части ограничивается рост. Я сейчас веду в экране одного пациента. У него огромный метастаз по ключичному. Четко, вот он усыхает, но он получает максимум 70. И у него идет тумор лизис, да, апоптоз, но он просто сам. То есть вы сочетаете доксорубицин с гипоксией? В классическом протоколе, конечно, никто гипоксин не применяет. Но поскольку он продвинутый мужик, он там занимался многими делами, то он сам на меня вышел риск, на свой страх и риск. То есть плюс к химиотерапии, да, еще ваш вес. Химиотерапии, он занимался дыхательными техниками по Вимухофу. Да? Там можно гипоксию сымитировать, но на очень короткие интервалы. А он сейчас вот на аппарате показывает прекрасную картинку. А вы тут хромезис, то есть при каком-то увеличении гипоксии они начинают расти, что опухоли настолько гипоксичны, и там постоянно очень, там вред, там анаксия. Поэтому в центре происходит лизис, там происходит некроз. Да, то есть они постоянной глубокой гипоксии. И для них это колеблющаяся гипоксия, это как капля на горячий камень. Они не чувствуют. Но для иммунитета и для клеток, которые там еще способны дифференцироваться, идет стимуляция естественного антиракового иммунитета. И, возможно, в сочетании вот с доксорубицином просто еще и апоптическая гибель раковых клеток. Потому что мы видим, вот как это клинически выглядит. То есть вот это вот второй эффект, который они показали здесь. А вот это они механизм показали. То есть через ПОР, это все происходит. И в конце они попробовали уже на мышах, инвиво. И пока показали, что есть такой гипоксиомиметик Роксадустат. То есть он тоже вызывает в клетке похожие изменения, там гликемические ферменты активируются. Но то же самое, что и гипоксия. Ну, близко, не совсем то же самое. Ну, близко, да. Вот. И он тоже ограничил какие-то САСПы, кроме P16 и бета-галактозидаза. Вот удивительно. То есть провоспалительный фенотип уменьшился, а вот P16 нет, бета-галактозидаза остался. Вот. Измеряли они это в печени и в почках. Вот. И еще увидели очень хороший эффект на усиление мышечной силы. Колоссально. Вот это очень хорошо.
Ну, это, значит, да. Это сразу говорит о том, что там идет блокада саркопении. Там полно стволовых клеток мышцы, но все время саркопения, ну, возрастная саркопения или индуцированная, нарастает. Если вдруг у нас сила мышц улучшилась, да, это однозначно блокировано. Причем на обоих моделях, натурально старые мыши и доксорубициновые. Да, супер, великолепно. Это следующая, да? Да, это следующая работа. Это вот она не на амниотических клеточках, ну, да, практически то же самое показали, что увеличилась стволовость, увеличилась и дифференцировка, то есть увеличилась способность к остеогенезу. То есть получается, это же все условия инвитро, получается, они инвитро, да. Кислород нормируют по концентрации в тканях. Да, они берут то, что намеренно во всех, так сказать, внутренних половых органах женских, там намеренно очень хорошо, там очень низкий кислород. Особенно после имплантации слизистой матки, слизистая очень толстая, и там гипоксия круче, чем на Эвересте. И она и там и нужна. Артель Ильич, мы же не заморачивались, у нас в инкубаторах 20%, да, кислород? Мы не заморачивались. Это неправильно, надо заморачиваться. Нет, как бы здесь... Нельзя сказать правильно, мы это делаем. Нет, ну да, если есть, вот, ну, работают по традиции этим, ну так и считается. Хотя, конечно, сейчас ясно, что только вот гипоксия. Ну, давайте тогда расскажу про наш технологический процесс, то, что Марина Валентиновна сказала, говорит. Значит, у нас будет несколько доноров костного мозга. У каждого будет запах образец костного мозга, там, объемом не менее 50 мл. Ого. Ну да, это уже условия для трансплантацию, по большому счету. И мы, получая первичную культуру, доводим ее до мастербанка, до изолированного, а потом уже начинаем усреднять после мастербанка, смешивая 5 доноров в один пул. Вот, и эту усредненную первичную массу выводим в технологический процесс. Так вот, что на первом этапе до мастербанка, что на технологическом этапе получения готового продукта, мы везде работаем с атмосферно-кислородным культивированием. Значит, по нашим контролям качества, есть показатели качества, есть методики, которые их обеспечивают, есть, собственно, нормы прохождения этих показателей. Так вот, чтобы мне, например, изменить технологический цикл, я это не смогу сделать вот в стандартном технологическом режиме. Мне нужно будет проводить отдельные научные исследования подобного типа. Вы имеете в виду именно эти 20%, чтобы их... Снижать их, да. И... Нет, сейчас пока запатентованы 20%, да? Да. Понимаете, сейчас настолько существует уже изрядная гора работ, показывающих, что все стволовые, так сказать, качества стволовых клеток, конечно же, они лучше сохраняются, да, вот при этом стемнес 1%, там 3%. Есть очень, то есть, я думаю, что, ну, для успеха, конечно, успеха вашего дела невозможно это игнорировать. Смотрите, то есть, и длительность 20% стволовые клетки. Это нужно провести относительно короткий эксперимент, где уравнить концентрацию кислорода там до 15, 10, 5, там, до 1. И тогда показать там, по каким-то параметрам, возможно, по параметрам старения клеточного, что происходит с клетками при разном кислороде. И вот тогда я думаю, что очень много уже наработан. То есть не с нуля вы здесь начнете. Я абсолютно согласен, что такие эксперименты уже проводились. Хотите, я могу подборочку сделать? Вопрос. Когда технология в одних руках, собственно, передав другому человеку, там другие клетки получаются. Ну, это так. Вопрос, ну, а вот комбинации других газов как бы имеют место быть, там гели какого-то, еще что-то? Ну, можно я капну в эту сторону? Да. Вообще, системно по организму, безусловно, ксенон, аргон, гелий, безусловно, имеют очень хорошие терапевтические применения. Что касается на уровне отдельных клеток, что-то там, я вот навскидку не помню. То есть это больше связывается вот именно с газообменом на уровне капилляров, ну, может быть, с молекулярным действием этих газов. Да. То есть эффекты позитивные есть, но я не знаю, на уровне клеток. То есть механизмы тонкие,
Ну, видимо, кто-то не, точно не заплатил, чтобы кашель. Ну да, да, да. Там просто транспортировка улучшается. Ну, приток в кислороде, да? Да, то есть, да, 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 нет, ну, вот сейчас выпускается препарат, пожалуйста, для терапии постковидного синдрома. Там гелий подогретый обязательно и кислород. И вытаскивают людей, которые, в общем, ну, обречены. Чем же вам нас гелия, ну, молекулы меньше. Там разные, оказывается, разные вот механизмы, физические, да, механизмы. Вот я сразу пока не забыл, может быть, о чем речь, вопрос задам. А не работали ли с very small embryonic-like stem cells? Нет, не работал. Потому что их, в принципе, при, конечно, при костном... Я их опубликовала в нашей эндометриальной статье. Угу. Вот мне это дико интересует, потому что это, так сказать, следующий вот уровень глубины, потому что они очень-очень близкие родственники стволовым клеткам эмбриональным. То есть они их очень близкие родственники. Да. И из них, то есть, в принципе, и дальше можно получить, да, и у них степень стемности очень глубокая. То есть вот они как раз любят меньше 1% кислорода. И их много в костном мозге, и даже, ну, и в печени находят, и в крови. И они исчезают просто при распирации. Ну, их находят. Более того, их культивируют. Смотри, они первые 2-3 пассажа, они есть, потом они, да, исчезают. Да. Я думаю, если бы мы дали гипоксию, не 20% бы их растили. Да. Ну, просто исчезают. Ну, да, им не нравится много кислорода. Они дифференцируются, да, уже становятся обычными. Вот, то есть, если их так идеально, грубо говоря, выделить, если еще и куда-то размножить, а потом еще и заморозить и хранить, вот это будет золотое дно. Это будет золотое дно. Потому что у них есть маркеры, с которых можно зацепить, отсортировать. Есть. Куча наработана уже. Куча. Есть две группы, мощные группы, которые этим занимаются. Вот. Я думаю, что это будет вообще следующее золотое дно. Если это интересно, у нас уже в Рудыне есть хороший сортировщик новый. Отлично. Mm-hmm. Там как бы хороший комплект лазеров, многоцветных, и, собственно, все это можно делать. Mm-hmm. Я бы вот хотел вопрос, даже у меня, так сказать, личный интерес к этому действию. Можно. Свои собственные заморозки. На самом деле очень интересно, потому что когда мы получаем конечную культуру вот костного мозга, там же очень гетерогенная популяция. Там будет, да, вообще все, да, что угодно. Конечно. Там то же самое, второй, там следующий уровень, это гематопоэтическая стволовая клетка. Это тоже такой кладезь вообще. Это вся иммунная система, вся красная кровь. И если их там хорошего качества выбрать, да подзаморозить, размножить, это вообще... А вы сказали, вы научились их из периферической крови выделять? Их выделяют. Что? Их выделяют. Все. Ну вот эти very small embryonic clots. Во-первых, гипоксия сама по себе усиливает их синтез. А именно с гипоксией их выделяют, да? Ну, после гипоксических протоколов. Потом их релиз тоже улучшает. То есть они после правильных гипоксических протоколов из крови можно вытащить. А уж из костного-то мозга, допустим, вот отсюда, я сам это делаю. Я брал для других целей, но это очень сложно. А можете прислать статейку, если это, как они получаются, из периферической крови, да, то есть... Ну, нет, вот, гипоксии. Нет, ну, там... Ну, я понимаю, да, но подробно. Нет, ну, там есть, чтобы выгнать геополитические клетки из костного мозга, применяем, во-первых, факторы, да, во-вторых, химию. Да, факторы и химию. А ну, гипоксию толком еще никто не применял. Хотя имейте в виду гипоксию вместо факторов? Эти факторы гранулоцитарные, они очень болезненные. Дело в том, что они в общем-то, являются продуктом, опять-таки, гипоксического воздействия. То есть вместо гипоксии берут эти факторы. Уже есть такая статья? Ну, есть, у меня, так сказать, косвенная. Я, правда, давно не смотрел. Там должны быть ссылки на последующие публикации. Вот. Ну, попробую, поищу. Ну, это супер тема. Давайте посмотрим, если это не доделано. А если брать сочетание... Тем более у нас есть врачи. У нас есть возможность клинических испытаний? Да, врачи-то есть, да. Как бы тут, ну, есть два варианта. Просто кровь возьмем с пальчика. Подожди, тут вопрос просто, сколько это будет стоить. Просто кровь и из вены. А кровь из вены, да, после вот стимуляции. После гипоксии. После стимуляции, гипоксии, плюс пришел еще в масочку, факторы релиза. Это будет хороший выход. Хороший врач.
Если там окажутся вот эти эмбрионы клайд, можно их законсервировать для самого же пациента, чтобы он их потом... Именно, это, да. Потому что они как раз не... Космос не каждый хочет пить. Да. Ну ладно, так. Уважаемые коллеги, можно я как врач... Да, пожалуйста, присоединяйтесь. Поучаствую. Значит, здесь был очень правильный задан вопрос вот уважаемым коллегам относительно того, что кроме кислорода надо уделять очень большое внимание при газообмене клеточном к другим газам. И в первую очередь надо замечать оксид азота. Это очень интересная вещь. А в настоящее время за ним будущее. Он будет образовываться, если вы азот замените на азот? Уважаемые коллеги, я вам сразу напомню. Нет ничего более мощного для стимулирования эндогенной продукции оксида азота, чем эпоксид. Это факт резонно биологический, который индуцирует нитрик оксид синтаза и в эндотеле, и в митохондрии, и в цитозоле. То есть это сейчас, банально. Вот пишут, вот у нас оксид азота при помощи дыхательных медитаций, йога, пранаяма выделяется в носу, в синусах. И давайте вот так медитировать, чтобы оттуда больше. А что в синусах-то у нас? Гипоксия, ребята. Там маленькая дырочка, да, если ты делаешь там задержку дыхания, конечно, образуется его больше. А можно я еще добавлю, что в носу искусственная гистология? Значит, клетки эпителия, а в сосудах клетки эндотелия. Естественно. Так вот, как известно, любит именно эндотелий и эпителий. Но он почему-то нападает или на клетки эпителия, или на клетки эндотелия. Если мы имеем дело с клетками эпителия в носу, в легких, мы получаем вирусную пневмонию, мы получаем, значит, риниты, ОРВИ, вот что сейчас, или ужасные осложнения в виде тромбоэмболической болезни, которые недооценены. Сейчас ясно уже, микротромбоз, это все, это эндотелит, за ним следующий, это микротромбоз. И вот здесь мостик к оксиду азота. Совершенно верно. Как раз. Полностью согласен. Вот вчера я побеседовал со своими пациентами, значит, семья 70 лет и плюс, куча патологий возрастных. Значит, они уже 1.5-2 месяца дышат вот гипоксическим, у дома свой аппарат, они дышат. Значит, там патологии, там средняя степень Паркинсона, там астма, там все и все. И они недавно, 3 недели назад, еще получили и четкого по ПЦР, по всему. Оба перенесли очень легко. Буквально через 5-6 дней все прошло. Вот. Почему? Потому что у них полно окиси азота, которая не дала этому расползтись дальше слизистой. Так что все правильно, я с вами полностью согласен. А я с вами. Очень рад, что консенсус. Приятно было послушать. Вот поэтому клиницистам и ученым надо вместе работать, да? Что мы тут и делаем сейчас, чем мы занимаемся. Ну и вот еще последняя очень интересная статья. Она уже по раку, по... У них первое сейчас пошло испытание рака головы и шеи, при котором происходит угнетение слюноотделения. И побочный эффект облучения. И, в общем-то, полное необратимое практически разрушение слюнных желез. И чтобы вот это предотвратить, во-первых, они на модели, на той же самой мышиной модели попробовали убрать эти старые клетки в слюнных железах ганцикловиром, а потом а потом взяли синергетический препарат,
ЭПТ-263, он ингибирует ПЦЛ, вот эти вот факторы антираковые, то есть они тоже как бы приводят к старению, да, избегают тления и так далее, вот. ДЦЛ их ингибирует и является хорошим синергетическим. И оказалось, что эффект, как вот гальцикловир, ну понятно, что людям или нормальным мышам, нетрансгенным, этот гальцикловир не поможет. Вот. Но оказалось, что вот эффект этого ДРАГа или гальцикловира, он сходит, то есть он позволяет увеличить обновление стволовых клеток, ну, то есть стемнос, опять же, вот этих слюнных стволовых клеток, и формирование органоидов. Ну и вот тоже посмотрели образование аквапонина, то есть, собственно, ацинарные клетки, которые участвуют в производстве слюны, тоже они улучшились после ЭБТ-263. То есть сначала они иррадиировали, потом вот этот ЭБТ-263. Вот. И уменьшалась экспрессия ПС-21, ВАФ-1, это вот уже известные САСП-компоненты, но не уменьшалось протеиназа какая-то, и вот этот вот хемокин. Какие-то факторы обращаются, какие-то нет. Вот, Марина, между нами девочки. Тотка протекает, тебе дают ведро. Потом, сначала кружка, потом ведро, потом еще почта, бычок. Но заделать дырку они не могут. Нет. Так вот, предотвратить радиационные повреждения – это огромнейшая задача радиационной защиты. Да. Это все, что мы сделали по космонавтам, там все до сих пор актуальнейшая проблема. То есть радиопротекция. Да. Один из самых мощных радиопротекторов, может быть, фундаментальный, это наша вакцина. Вообще ее распространение ползучее началось в СССР именно с патентования профессором Стрелковым 10% кислородной смеси как радиопротектора при облучении, при радиационном лечении. Почему? Потому что если вместо 21% понизить до 10%, человек... Но это дышит. Во время вы имеете в виду, во время, да? Строго во время. А после уже эффект? После, ну, там немножко, там по другим механизмам. Но почему? Потому что радиолиз воды, присутствие кислорода, страшно определяется, точно определяется потенциальным давлением кислорода в ткани. Поэтому если его понизить там даже наполовину, колоссальный радиопротекторный эффект, причем без снижения действие на опухоль. То есть даже можно увеличить дозу. Опухоли будет хуже, а здоровые ткани прикрыты. То есть вот это, если они... Понимаете? То есть вы предлагаете, когда мы лечим да рак, Я не предлагаю, потому что у нас методички Минздравовские 30-летней давности есть. Ну, а сейчас это используют? Боли очень редко. Очень. А потому что на этом не заработаешь. Увы, ужасный факт. Ребят, ну что за паразитические структуры какие-то? Нет, погодите, и поэтому тут это личное дело каждого, да? Наработаны, и я знаю, тысячи пациентов провел здесь у нас, даже в Москве, профессор Мистрюков, там Чижов Алексей Ярославович. Даже немцы провели там несколько. У вас есть рак больные, да? Которые проходят сейчас облучение? Ну, есть, но, так сказать, не под рукой прям. То есть, если просто тупо поставить в каждом... Я просто таком, противник вообще. Радиационный, где пушка стоит, да, поставить гипоксический аппарат, или даже провести, там, ну, баллоны поставить, если не мешал. И дышите во время облучения. Все, ребята, у вас тут все улучшится, и все будет прикрыто. А вы пытались выступать в онкологических центрах? Еще как. Ну и что? В Хайдельберге, в ДКФЦ, я это докладывал там ведущему радионкологу. Ну как-то это все, что с Востока, это недостоверно. Вот давайте нам ваши протоколы, мы попробуем на мышах, на крысах, ну и потом все их завяло. Вот так всегда и будет. Потому что это вопрос... следующий шаг, да? Попробовать на мышах, вот это же... Марина, да? Спасибо, что обратили внимание на это, потому что я с этой темой напрямик к нему выйду.
Потому что этот же аппарат, я который можно поставить, да, пожалуйста, поставьте и попробуйте. Причем это не с потолка взято, это работы 30-летней давности. Пожалуйста, ради бога, используйте. Ну, я-то его попросила вот эту статью выслать, потому что мне хотелось... У нас же тема сочетания клеточной терапии с синолитиками, тот грант, который мы написали. Ну, вот я его спрашиваю, ну, вот хорошо, вот даете эти 263-й. Может быть, мы будем это сочетать? То есть сначала мы убрали все клетки, которые состарились, а теперь мы дадим стволовые клетки, новые, чистенькие, молоденькие. Нужно, конечно, эту тему хорошо распахать. Но для практической пользы, вот для живых людей, надо использовать то, что давно известно. Я с ним попробую осторожненько, так сказать, эту тему. Хотите, дам вам эту идею, им же надо заработать. Вы можете предложить какие-то газовые коктейли там разные, которые можно запатентовать, и на этом они как раз могут зарабатывать. Потому что будет расходник, и они этот расходник смогут... Вот я вам просто Спасибо. Патентовать можно что угодно. Нет, они медицинские изделия, они смогут зарабатывать. Понимаете, на коктейлях зарабатывать это, я понял вашу мысль. Нет, я вам просто... Спасибо, хотите, да. Ну, дело в том, что... Ноги придет. Не знаю, я уже не в том возрасте, когда вот такие вот такие примочки... Я просто так... У меня мысль возникла, я вам это... Я знаю, что мыши, например, парагероидные, $500 мышка стоит. Нет, да что, думаете, не это... Нормально. Ну, если потянем, то хорошо. Да ладно, он подарит. Ну, что там мышь не подарит? Не знаю, он тоже считает деньги. Не торговли же мыши деньги зарабатывают? Гранты выбивают. Сначала нужно как бы сформировать сам эксперимент, может быть, имеет смысл отправить ему как бы другие элементы эксперимента, и он там выполнил своих мышах. Да. Может быть, не проще. Я тоже так думаю. Что, представляете, Марина, у нас должна быть инфраструктура, которая позволит обращаться с этими мышами. Я думаю, таких учреждений в Москве там раз-два. И они не $500 попросят за свою работу. Намного дороже, чем у Пугачева сейчас колония голых землекопов, так они их не купили, не подарили, потому что это неподъемные деньги. Сейчас они... Конечно. Да, их купить. Накормят, размножают. Но землекопы живут долго, а мышки 2 года. А то еще эти мыши может совершить. Эти мыши овощет, наверное, нельзя их вывести. Мы им зеленый флуоресцент можем подарить. У них красный флуоресцент, у нас зеленый. Вообще они говорят, что выводят там какие-то растения, которые светятся в темноте. Там, а что они мышей не могут вывести? Есть. Пожалуйста, они можете кошку заказать. Ну что мы сделаем, что эти мышей мутанты? Там, собственно, вся вот эта кухня, вся эта молекулярная инженерия генетическая, она там достаточно сложная. Не потянут они что? Они потянут, но как бы лет за 10. Время. Нет, тут нам нужно, с Демарио, конечно, нужно обязательно его соблазнить каким-то прямым практическим результатом. Если, тем более, они работают вот, в клинических каких-то моментах, да, с пациентами, Подъявочную терапию какие-то. Конечно, но мы уже сказали, что вот это надо сочетать с клеточной терапией. Можно онкологичные клетки от того же пациента перед радиацией взять, потом ввести. Марина, сначала нужно как бы, структуру этой большой программы как бы, задать, а показывать эксперимент, на что не согласиться. Он сказал, что, конечно, давайте сначала все-таки на мышах, на пациентах он боится. Нет, они получают грант на мышей. Я хотела вот этим пациентам, которые... аутологичную трансплантацию своего собственного костного мозга. Но это же уже все давно это делается. Это банальщина. При любой радиотерапии серьезной, всегда при хемотерапии, сначала берется костный мозг, потом протравливается все до полусмерти, а потом... У этих не берется. Head and neck не берется. Надо, чтобы взяли. Вот я говорю, это уже известно, понимаете, для этого ничего не надо патентовать. Да, совершенно верно. Хотела убедить, но он говорит, давай все-таки на мышах сначала. Знаете, кто у нас главный? Он не хочет рисковать, потому что там Европа, Реша. Реша, это вы его знаете? Да, мы же с ним работали прямо. Давайте сведем на зуме, их. Он по-английски говорит? Не знаю. Нет, надо сводить. Переводчик найти, что там. На уровне Демарио практической лаборатории он получает. Нам нужно клинические испытания. Кроме академика, это никто не пробьет. А Решетов пробьет. В России, да. Пробьет? В России. Какие клинические испытания? Чего?
Ну, вот сочетание синолитиков с клеточной терапией на хэд-энд-кассе. Невозможно. Да, ни в каком виде невозможно. Ну, какие бы. Ну, какие клинические испытания? Да клинику бы сделать, это хорошо. Выберите клинические. Ну, хорошо, давайте тогда на клинику. Вот на каких еще мы можем делать вот эти вот совместные работы с ним? Какие у нас для этого есть возможности? Кроме какого-нибудь НВО-гранта, Netherlands Wissenschaftliche Organisation, что-то такое, вот, по которому я работала раньше. Можно будет. Там, смотрите, мы же сейчас тоже, как бы, выбираем, мы сейчас отвечаем с Мастерским университетом. Это где? Мастерс тоже Голландия. Тоже Голландия? Да, Голландия. Большой университет. Вот. И они нам даже отправили свои образцы клеточных препаратов, которые они сейчас регистрируют в Европе, чтобы мы им помогли здесь, в наших условиях, помочь с механизмом действия, то есть запланировать эксперименты ВИТа. Это дешевле просто. Там как бы в другую лабораторию там только с миллионом надо идти, а здесь просто пообщаться. Чего не поняла? Клеточного препарата, который идет на регистрацию через регуляцию ИМИ. И на какой базе это, то есть я имею в виду, кто за это платит? Сотрудничество. Мы сделали предложение, что мы можем вот так сделать для вас. Ну, вот, они, в принципе, сейчас считают, получится, не получится. Это значит, что, в принципе, с Голландией у нас связи есть. У нас есть с Мастером, есть с вашим другим университетом. В принципе, мы можем как бы теоретически запланировать здесь вообще всю работу, а фактически выполнить ее там. Почему нет? Вы, по-моему, говорили, что в Рудейне там какие-то есть специальные возможности для сотрудничества, как-то поощряются или этого? Ну, нет, конечно. То есть никаких специальных университетских грантов для этого нет, да? Могут похвалить. А, вот и все. Медаль или орден, да, еще почетная грамота. Если все получится, да, то медаль дружбы народа. И пообещают там, может быть, Нобелевскую премию потом. Смысл такой, что можно сделать дизайн эксперимента, вот, и, условно говоря, там, клеточный препарат приготовить в Мастерте, а его испытания провести у... Клеточный препарат еще труднее переправлять через границу. Там не нужно, они же в Голландии внутри, никакой границы нет. Там наработать по нашему протоколу, нашему протоколу у них же испытания. Просто нам туда приехать, да? Нам не надо ездить туда. Они сами их испытают. Нет, нам нужно просто проконтролировать, чтобы протокол был исполнен в том виде, который прописали. Ну да. Все общаться в зуме там со специалистами лаборатории там. То есть в Маастрихте там делают вот эти вот аллогенные клеточные препараты по вашему патенту, да? Нет, они делают свой по своему патенту. Они просто с нами консультируются, как лучше сделать для регулятора. И вы считаете, что мы можем российский грант на это дело написать? Мы можем, почему нет? Можем и европейский написать, потому что они, сидя внутри, они знают, как можно вот наши идеи в виде протоколов там, привязать к заявке на грант. А у вас есть уже какой-то опыт с европейскими грантами? Ну, непосредственно с европейскими нет, есть с российско-европейскими, с российско-швейцарскими программами. Ну, с базовским университетом мы продолжаем с ним. Ну, вот они редко очень объявляются, вот эти вот российско-какие-то. Просто когда мы видим дедлайн через месяц, у нас начинается паника. И так каждый год. Это Россия, матушка. Ну ладно, мы посмотрим, российско-голландские. Если договориться о гранте, можно как бы на следующий год планировать. Знаете, анекдот, насколько нужно русским ученым давать времени на реализацию проекта. Один день. Потому что они все делают в последний день. Испанский или российско-германский, не обязательно российско-голландский, правильно? Очень похоже. Нет, у меня в Испании так, у меня формальный, так сказать, просто... База, и то я, в общем, через... Ну, это хорошо, что формально. То есть официально вы там где-то же чистите? Ну, как, на уровне там отдельных консультаций, там с университетами, туда. Ну, это все так сказать, несерьезно. Потому что серьезную работу можно сделать в СДМАТе. Вот,
а в Испании там есть очень хорошие команды. Потому что если будет фандинг, если будет финансирование именно совместного русского, допустим, испанского проекта, где нужны ученые из Испании. Ученые из Испании, у меня, так сказать, нет формального титула, что я ученый из Испании, вообще у меня немецкое гражданство в Испании. Ну тогда немецкий, тем более немецкий чаще бывает. Я думаю, что испанское гражданство. Я тоже подумал. Не, испанское, у меня вид на жительство, я живу в Испании уже больше 10 лет, и мне там нормально. Вот, но какой-то там серьезный грант через них. Немцы с ними как-то тогда оформимся? Какие-то есть у вас университеты? Но у вас нет статуса немецкого ученого. У меня статуса ученого вообще нет. У меня кандидатскую подготовил, все, но в связи с катастрофой, не дай бог. Я уехал в Германию с завершенной дисертационной работой, но без окончательного, так сказать, штампа, что я кандидат наук. Чтобы у нас не было. В Германии я работал в клиниках, как практический АРС, практический врач, пыры-пыры. Я параллельно еще продолжал самообразование лучше, возможно, в Хайдельберге, вот так вот, еще до интернета. Ну а потом, когда интернет появился, у меня статус, так сказать, а есть возможность сейчас защищаться, допустим, при Рудену, при... Я работаю с гипоксией, с этим комплексом, что вокруг, уже, считай, с 80-х годов. Я работаю с людьми, я их реально лечу, причем от 2-летних до 90-х лет. Реально вот это работает. Поэтому мне интересно, да, чтобы, так сказать, это дальше продвигать, нужно объяснить клеточные молекулярные механизмы. Ну, у меня есть публикации там без всех механизмов, пожалуйста, могу показать там десяток публикаций. Альчим Олегович, мы можем вот взять и, допустим, под вашим руководством человек защитит это мне абсолютно не нужно. Не надо мне. Ну как не нужно? Зато вы сможете подавать гранты. Я могу уже скоро выдавать гранты. Я, в принципе, могу выдавать гранты. Но дело-то не в этом, потому что формально там вот там профтер, это у меня просьба. По барабану. Я сейчас работаю над книгой, которая будет там, по геронтологии, системы. Вот мой взгляд, вот мои результаты. Я более того, так похвастаюсь. У меня академики, профессора крадут. Я публикуюсь, допустим, с ними, да? Потом гляжу в серии статей, процитирую. То есть сноски для меня делают. Они крадут уже. Да. Не, ну я за так. Рекламируют. Без ссылки. Я в Германии наплодил учеников, они сейчас все свои фирмы пооткрывали, бьют себя в грудь. Это я придумал гипоксию. Гипоксия же это все равно, это же медицина все равно же это, да? Неудивительно. Поэтому у меня немецкая школа. Нет. Более того, то, что, допустим, сейчас мы в России очень хорошо продаем наши аппараты, я обучил в России уже больше 100 врачей, только благодаря тому, что это вот не русский врач, а вот он из Германии приехал, он привез немецкую технологию. Нет пророков в своем отечестве. Это сплошной цирк, но нам важен результат. Мы видим, что идет спрос растет, да, врачи обучаются, платят хорошие деньги. Приносит очень хорошие результаты. Потому что по аутизму, например, вообще поляна гигантская. Мне никого нет. Только шарлатаны и вот клиника Василия Генералова, с которой вместе работаем. Кстати, аутизм тоже. Наши коллеги, которые у нас есть, у них как раз есть машинная модель. Да, есть машинная модель аутизма. Да, сделали мышь такую, которая... А что они с ней сделают, что она стала аутичной? Соль ртуть входили. Очень просто. Затормозить апоптоз клеток, нейронов во время развития. Все, вот вам аутизм. А как они затормозили? Ну, чем-то, может быть, тоже. Нокаут. Нокаут. Потому что аутизм, это... Вот наши дауны, у них понижена как раз апоптоз. Аутисты более агрессивные. Не всегда, но они агрессивны по простой причине. Они живут в постоянном
субклиническим энцефалитом. Во время эмбрионального периода. Энцефалит всегда это медиаторы, это РПР, поэтому они всегда субакционируют. К тому, что еще один вариант, да, взаимодействия с Голландией, можно предложить им на их модели, собственно, пробовать привязки к аутизму, к агрессии, использовать методику. Тут непочатый край, вот такая огромная широкая поляна. Потому что по аутизму, это, понимаете, это проблема, но он все равно насморком уже стал. Через два года оно будет регулярно. Ну да, сейчас регулярно. То есть вы предлагаете все сочетания вот этой искусственной хромосомы плюс аутические? Нет, я имею в виду, что есть инструмент и есть модели. Вот, собственно, можно как-то их комбинировать. Если мы заходим в Голландию, если мы что-то делаем, можно параллельно такой эксперимент запланировать. Если коллегам будет интересно, да, они на это пойдут, и можно просто создать машинную модель аутизма вместе с этими репортерами. Давайте лучше не затрагивать. Аутизм – это гигантский айсберг, и подходить к нему не до этого. Давайте на мышках нормально то, что Марина запланировала. Может, нам какую-то лабораторию самостоятельно сделать? Я думаю, аутизм – это последствия прививки. Можно сделать, которая будет мобильная, и она может быть не управляющая, особо не спрашивает. Виртуальная. Просто давайте. По большей части это триггер. Дети уже в эмбриональном периоде становятся эмбрион. Никак не оформляется. Потому что, допустим, эктодермальный эмбриональный листок попало слишком много. Сетевая лаборатория. Это предпосылка к аутизму. Можно сделать. Очень хорошо видит реальная природа аутизма сейчас. А меня интересует исключительно юнтология. Приезжайте к нам. Даже, знаете, придумали юнтологию. Приезжайте к нам в гости. Новую юнтологию, ну, то есть вечная молодость, не вечная старость. Я придумал. Ой, нет, вы простите. Можно там на вариант записать миллион сразу. Продажи нашей дачи. Ну так, что же, имиджевое позиционирование. То есть надо продать. Давайте что-нибудь придумаем. Но когда мы покупали там, давайте и вспомнили нашу дачу, мы поняли, что интересно. Ни при какой погоде не потому что это время идет, а время самый ценный ресурс не возобновляем. Ну, я не знаю, что случилось с озером, где дальше озеро было самое обычное. Еще бы, я знаю, как бы не продляли. Да, как ну ладно, что же мы, на чем мы зависим? Ладно, ну что, я сейчас позвоню, наверное. Лабораторию нам обещали показать. Последний. Да, давайте посмотрим. Да. Ну вот у нас товарищ, он директор компании, которая производит этот, потом он заболел ковидом, я его вылечил этим нашим препаратом, короче, в тихушку. Каким? Ну а мы зарегистрировали пищевой продукт. Как бы как напиток по ГОСТу, который позволяет иметь возможность с медицинскими свойствами. Ну, как пища, прошу. Да, как пища. Ну, как вот минеральная вода. То есть, ну, естественно, никто же не будет миллион долларов тратить там, и полгода ждать, пока его там проведут через все вот эти вот коридоры. Да. Ну, просто взяли, чтобы продавать. И продаем как бы мелким этим количеством там для своих. Это на как что получается? Вода? Нет, он на вкус. Ну, сходи в урину. Ну, с собой. Накапаю. А что это вам? Да. Там, там сложный состав. Там даже не столько состав играет, сколько там комбинации разных. Там золото, там еще что-то. А, то есть раствор? Раствор. Ну, там взвесь. Там, то есть там много всего, как широкое действие. Мы его там лет 10 лишним назад делали как проект для геронтологической программы, для подготовки организма перед введением каких-то полезных веществ, чтобы патогены как бы подавить. Ну, причем без вреда для организма. Понятно. А зачем регистрировали, если для... А потому что помогает людям, как бы, ну, точнее, даже на первом месте. Что, когда уже круг начал расти, друзей, я сначала друзьям, как бы, одно дело, а другое дело, когда уже непонятные люди, в основном там какая-то рублевская публика со всеми закидонами, как бы возможными. То есть на всякий случай зарегистрировали, и вот бумага есть, все. А покажите, а вот она. А если у вас есть? А есть. Взял я ИСО, зарегистрировал. Я даже, я даже сам сертифицировал по стандарту 9001. Я лично сам как эксперт-аудитор. Да. Я даже на меня сертификат дали.
Я говорю, да, можно выписывать сертификат. Коллеги, давайте короткую такую. Здравствуйте. Здравствуйте. Рита, вот сейчас на экскурсию, сейчас закончу, подожди чуть-чуть. Хорошо. Ну, во-первых, я хотела сказать, что все-таки гипоксические условия необходимы там в инкубаторе, да, потому что у нас в организме от 1 до 5%. Вот, и вот мы сейчас посмотрели, это действительно приводит к увеличению стемности, к увеличению срока, в котором длится стемность. Ну, можно сейчас скажу наш опыт по этому. Есть инкубатор действительно с контролем кислорода, где 5% О2. А, вы с ними работаете? Без контроля кислорода, где 20% как в воздухе О2. Значит, за рубежом действительно пытались перейти на 5% О2. Мы тоже в эко-технологиях имеете, да? В эко, да, культивируем эмбрионы. Мы купили такие инкубаторы, да? Мы сделали сравнение процентной беременности с 5% он 20%, и, по-моему, ничего мы разницы не видели, да? Ну, там была очень маленькая выборка, и если я правильно помню, там была настолько маленькая выборка, что там, ну, в общем, нельзя было понять. Ну, во-первых, маленькая выборка, во-вторых, может быть, даже стоит поменьше взять, чем 5%. Вот Аркадий говорит, там вплоть до 1%, да, может быть? Тут, это очень тонкий инструмент, и здесь может быть как качество яйцеклеток в ущерб их, можно сказать, приживаемости и имплантации дальнейшего результата, здесь может быть конфликт. То есть мы можем получить... В литературе очень много публикаций про это. Да. Они были сведения такие, что сначала нужно вот 5% только после третьего дня, да? Или до третьего дня? Ну, сейчас, в общем-то, все инкубаторы, они позволяют, все современные инкубаторы позволяют на 5% и некоторые, да, на 2%. Нет, публикации там, которые были, они говорили, что не нужно все 5 дней снизить концентрацию О2, нужно только первые 3 дня или последние 2 дня, я не помню. Ну, то, что в первые дни важнее соблюдать вот эти условия, это да, это известно. Просто первые 3 дня, когда эмбрион дробится, еще, у него не включены свои еще экспрессии генов. У него нет вот этого интенсивного синтеза, он не растет, он только дробится. Там не в таком расслабляется. Там идет как раз. А после 3 дня он включает свой экспрессии гены, начинает свой синтез и начинает расти. Да. Поэтому и потребность в кислороде разная. Да. Но для коров действительно показали, что вот если культивировать эмбрионы коров, то нужно 5% О2. Да. Как процентное давление кислорода. Вот коровы берет гораздо более чувствительны, чем человеческие оказались. Почему-то, да. Ну, в общем, мы купили часть инкубаторов с контролем О2, и часть мы пытаемся контролировать, но так и не контролируем. Большой разница. Понятно, у вас другое. Просто смотрите, чтобы делать 5% О2, можно замещать О2 этим азотом. Азот в баллонах не сжижается. И очень много нужно баллонов. Да, это очень много муторно. Есть одно только решение, аппараты, которые просто из воздуха берут и Есть такие аппараты, да? Я тоже купил такой аппарат, но он низкопроводительность разделяет кислород на азот. А также у нас еще очень много есть жидкого азота, который у нас хранится в я сделал систему, которая утилизирует испаряющийся азот под давлением магнитает ресиверово, и его потом мы дуем кислород. Но он все равно не покрывает все потребности. То есть вам так нужно вентилировать таким потоком? Ну, вы когда открываете инкубатор, вы сразу такой огромный объем замещаете на воздух, а там 20% О2. И нужно потом весь его продуть надо. Такой огромный инкубатор? Ну, как холодильник. Может быть, какую-то камеру гипоксическую? Ну, технически, конечно, можно решить. Можно решить. Но просто целую комнату гипоксическую туда входишь, ставишь. Видеть надо просто, стоит ли городить огород, если окончательный результат, если у вас, так сказать, уже... Вот это первое, что хотелось. А второе, вот у нас Алексей Валерьевич, он защитил, у него защитилось много аспирантов, так что вот я думаю, что вы защититься можно, я думаю, выбрать какую-то тему. А у вас какую дистанцию? Журналы хочу.
Да? На какой кафедре? Не кафедра, у нас там центр. Да, где как раз мои молитвы. Понял. Там вот Владимир, как его фамилия? Юрий Петрович. У него Вест, что-то там, Стрейт. Владимира там, я не знаю. У нас структура такая. Кластер. Есть медицинский кластер, называется трансляционная медицина. Его руководитель Румянцев. И, собственно, внутри класса 4 центра. Один из центров, следующий. Это тоже Сергей Александрович, да? Сергей Александрович. Мы разрабатываем все эти новые приборы для ЭКО. Там их производим. Для себя, пока не удалось их все зарегистрировать. Нам нужно очень помочь регистрацию. Потому что там все эти стрипоны, какие-то жесткие деньги. Мы очень много делали для ЭКО. Мне как раз на днях предложили пойти в рабочую группу по медицинскому изделию. Можно помочь зарегистрировать то, что мы уже делаем. Если есть интерес, то чем сможем. Конечно, давай. Вот у нас то же самое. То есть регистрацию провести, это закормить чиновников от карты до карты, а частные клиники, те, кто получает результат, покупают. А как можно еще сотрудничать? Ну, смотрите, значит, я не знаю, есть ваш профиль, да, только ЭКО или что-то еще. Мы занимаемся разработкой и регистрацией клеточных препаратов. Клеточные препараты, это и биомедицинские клеточные продукты, БМКП, и высокотехнологичные лекарственные средства. Регуляция Евразийского экономического союза. Мы сейчас полностью переключаемся на регуляцию Евразийского экономического союза. Почему? Потому что в России... Получать вот эти европейские сертификаты? Не европейские, евразийские. Евразийские? ЕАЭС, да. ЕАЭС это у нас там, Беларусь, Армения. Да, помню. Евразийский экономический союз. ЕАЭС. Да. И Россия подписала документы, по которым у нас будет общий рынок лекарств, общий рынок медизделий, общий рынок медицинской аппаратуры. Собственно, на Минкомфорт курил. Там будет свой сертификат. ЕАЭС. А, тут тоже ЕАЭС. Вот. ЕАЭС. Да, ЕАЭС. А вы там можете? Ну, я знаю людей, которые этим занимаются на уровне диплома. Сейчас у меня есть тут что-то подвесить, что-то позовут. А вот науки мы как можем взаимодействовать? Да, смотрите, значит, мы делаем разработку, это наука. Ну, собственно, там подготовка статей, подготовка протоколов, подготовка грантов. Это все то, чем мы занимаемся много лет. А сейчас, как уже коллега говорил, мы выходим на регистрационные исследования клеточных препаратов. Сейчас, Миша, извини, у меня пришел человек в клинику, который занимается регистрацией от государства, от кластера, как кластер называется? Медицинский кластер. Подойди, срочно, я все сегодня делаю. Подготовка статьи. Подготовка статьи – это про науку, да. Мы сейчас... То, что редактор там научился? А, в смысле, ей оттуда? Нет, зачем? Я автор за статьи. Мы все за статьи. Мы все там за статьи. Получение материала. Проведение научных исследований и получение результатов. Это разделено. Ну, у вас финансирование государство, да? Да, у нас есть. Ну, конечно. Я в университете работал. Работал в первом видео с моим институтом много лет. 10 лет там работали практически. Сейчас перестанцируемся. У вас все свое, конечно, у вас все свое. И вторая часть нашей деятельности – это регистрационные исследования. То есть мы сейчас, наши разработки клеточных препаратов будем регистрировать как лекарственные средства в рамках Евразийского экономического союза. То есть настоящая регистрация там, на большом заводе и будем выводить на рынок. Ну, там, у нас есть время еще там. 6 лет, 7 лет. И под это дело у нас тоже есть финансирование, мы с вами партнерство. И вот первый препарат, который мы будем вводить на рынок, это клетки для лечения синдрома диабетической стопы. Есть искусственного мозга. А я предлагаю эндометриальные. Ну, пока у нас вот так. Да. Подождите, пожалуйста, вот у нас в гостях сегодня Алексей Валерьевич из РУДН. Куда это РУДН? РУДН. У них там есть... Суперсидит? Кластер, да. Сидите сюда. Сюда, посидите. Ну или вот сюда.
государственных классах, то есть занимается регистрацией в ЕАЭС. И надо зарегистрировать разные приборы. Ну да. Мы обращаем на разные фирмы, но они так и не могли ничего сделать. Ну, это не совсем так. Но, в общем, как я понимаю, ну, есть проблемы, да, с этим. Деньги потратили, результаты нет. Нет, понятно. Нет, на самом деле, я не согласен с Сергеем Александровичем. Давай, что? У нас сейчас зарегистрировано, у нас есть зарегистрировано... Лазер почти зарегистрирован. А то, что ты, даже не начал, потому что... По Евразес это все очень сложно, и система не проработана, насколько я знаю. Но тем не менее, в Линкроме есть рабочая группа, которая Назар возглавляет, которая именно занимается регуляцией и регистрацией этих продуктов в Евразийском экономическом союзе. Факт говорит о том, что сейчас выпущено 7 регистрационных удостоверений в рамках ЕАЭС, правильно? Начало уже со времен еще, когда там был первый профессионал, который сейчас министр. Да? Правильно я понимаю? То есть уже 3 года, да? За 3 года они выпустили 7 удостоверений. Да, безумно много. У нас, смотрите, мы про медсредства я меньше знаю, про лекарства. Шувар подписывал соглашение о Советском Союзе 2014 год, 2016 год, это начало всей регуляции. А только с прошлого года, с 1 января... Вы нам можете помочь? Алексей Валерьевич, значит, по поводу лекарств, я не знаю, у нас лекарств нет пока. Mm-hmm. И лекарств мы не планируем пока ничего регистрировать. А вот медицинские изделия у нас есть, и мы бы с удовольствием зарегистрировали. Но так как система регистрации ЕАЭС, она еще пока не проработана, ввязываться в это дело означает, что с неизвестным результатом мы получим его не раньше, чем через 2 года. В то же время сейчас они, насколько понимаю, продлевают национальную систему. И я разговаривал с людьми, в принципе, наверное, правильнее сейчас пойти по национальной системе, а когда они проработают все в ЕАЭС, там можно снова зарегистрироваться. Ну, ЕАЭС более широкая, если они нам скажут, сделают нам за полгода, недорого, то почему не сделать? Но если за 2 года выпущено только 7 удостоверений, как может кто-то сделать за полгода? Хорошо? Нет, если деньги потом, я согласен. Может, так совместный проект какой-то, там все-таки другой уровень, другой ресурс. Нет, если деньги потом, я согласен. Смотрите, в общем, я просто вы мне напишите письмо, что нужно. Я вам отвечу, да, как это будет выглядеть. Хорошо. Да, Алексей Алексеевич, я просто сколько так вот, когда мне говорят люди, что за 2 года там выпущено 7 штук, то это означает, что оно не работает вообще никак. И причем, насколько я понимаю, что кучу уже отразили, отказ написали. Примерно такое же количество лекс-средств. А? Примерно такое же количество лекс-средств сейчас на этом рынке. Но все знают, что только рынок ЕАЭС будет. Они уйдут от национального рынка. Вот в чем дело. Абсолютно согласен с вами. Уйдут от национального рынка. А вы сейчас будете ответить, какой срок регистрации через вас? Что? Вы не можете ответить сейчас на вопрос, сколько вы будете регистрироваться? Нет, я сейчас не смогу, конечно. Ну, как бы степень готовности уже тоже неизвестна. Степень готовности готова ТУ. Мы можем быстро написать инструкцию, а рисков нет, риски нам писать. Ну, в общем, это отдельный разговор, да, нужно в письме для начала изложить. Учитывая то, что нужно еще проводить инспекцию производства, инспекция обязательно будет, конечно. Вот, инспекция по ЕС нужна инспекция производства. У нас это вопрос такой, знаешь. По национальной системе, там до другого. Сначала получаешь регистрацию, а потом лицензию на производство и инспекцию, может быть. Сначала лицензию производства. Мне все говорили, что по национальной системе сначала нужно получить регистрационное удостоверение, а потом по лицензию на производство. Регистрационное удостоверение, оно привязано к месту локации. Да, но все равно там не будет. А место должно быть отлицензировано. Это стандартная логика регистрации. Значит, может, это поменялось. Но, в общем, мне говорили по-другому. Ну, в принципе, я... Хорошо, у меня вообще готово, я без проблем. Я только вот на днях я встречался с другой компанией.
и отправлял прямо, у меня была скучка. Я все отправлю, без проблем, будем ждать предложения. Ну, если чем смогу помочь, я очень вам отвечу. Ну, помогите, пожалуйста, ему очень надо. Одна голова хорошо. Конечно. Нам нужно понимать, насколько это быстро и реально, и нужно понимать, сколько это стоит, какие время, какие гарантии, что это будет сделано. Поэтому вот мы с Сергеем Александровичем предпочитаем платить как вознаграждение успеха. Когда выполнена работа, тогда заплатим. Ну или хотя бы частично. Здесь 40% приносит на конец. Деньги, товар, деньги. Да? Правильно? Кто может платить? Спасибо. Тогда экскурсия, да? Да. Ну что, что можно? Я так понимаю, что вас интересует в основном оборудование, которое применяется в клинике, да? И вот этот инкубатор, он на 20, то есть у вас практически все на 20%, да? У нас все инкубаторы, да, они на 20%. У нас нет инкубаторов, которые были настроены сейчас на меньшее количество, то есть которые бы работали на триоглазе. А вот для чего маленькие, большие, почему есть маленькие? Это инкубатор, он с определенным процентом CO2, а это термостат, он просто используется для нагрева пробирки. А, вот, а CO2 там 5. А, вообще, 20% кислорода, сколько CO2? А, так же, как в воздухе. Ну, то есть просто воздух стерильный подогреть. Он не стерильный, он проходит через фильтр, да, но он в любом случае не стерильный, то есть фильтр, небофильтр есть, но так как инкубатор мы в любом случае открываем, то воздух здесь он не может быть. А мы-то добавляем 3% CO2, а у вас 0,3 значит, да? Атмосферный. Ну, атмосферный, да. 0,3, да. А как тогда он прибор, на что он завязан? Если нет, там внутри стоят датчики, да? Там датчик CO2, в первую очередь. Там датчик CO2 есть, да. А как тогда он сюда закачивает через фильтр, если у вас выставлено на атмосферный CO2? Никак. А, нет, я неправильно вам сказала про атмосферный CO2. CO2 тут повышен. Да, повышен. А, ну, в данном случае 6,5, они у нас настроены, но это можно менять. Извините, с азотом и с кислородом. Вот, CO2 у нас тут больше. То есть для того, чтобы работала буферная система по среде, здесь повышенная CO2. Вот, и вот для данной среды правильная концентрация CO2 – это 6,5%. То есть мы достигнем с этой концентрацией CO2 того pH, который нам нужен. И это частично компенсирует гетероксию. Потому что для стволовых клеток, для ранних нейронов, это очень гетероксия. 20% очень. А следы кислые получаются, да, если нам нужно? Ну, ваш среды, который нам нужен, это 7,2-7,4. Ну, это нормальное значение. Да, но это вот такой большой разброс, но там для сред, которые используются для начала развития эмбриона, там поменьше. Потом уже ближе к стадии бластоцисты, уже подальше, там побольше. А как у вас чашки клетки, как это выглядит? Ну вот, если вы так вот посмотрите, вот это планшеты, они подготовлены на завтра. Понятно. Вот, и чашки для переноса, то есть вот существуют разные... А какой слой питательной среды? Где-то по высоте... Ну, мне кажется, где-то 0,5 сантиметра, наверное, вот, вот так. Норма. Вот поэтому 20% не убивает. Да? Там дебалчение само в себе физиологическое. Они сами себе это дебалчение создают. Да. Ну, это сейчас вот в планшетах. Но если смотреть на культивирование эмбрионов от первого дня до шестого, то это капельки по 20 микролитров, которые покрыты минеральным маслом. То есть это уже вот совсем чуть-чуть. То есть эмбрион у нас идет все-таки в атмосферном кислороде. Терпимый, терпимый. Конечно, посмотреть отдаленные результаты, посмотреть, сколько там аутизма бывает, сколько там чего, это было бы очень интересно. Но такие статьи есть, и они разные. Была статья там, где-то года два назад по поводу того, что
паяльником больше патологии у детей, но если начинать смотреть, как они считали статистику, они ее считали ФИБА. Есть статистика, которая показывает... И по условиям инкубации не сравнивали, да? Нет, есть, такие есть хорошие, которые действительно вызывают доверие, это на разных средах питательных выращивали эмбрионы. И есть достоверная разница в весе детей где-то там 12 лет. Вот. Но это все разница, она в пределах нормы. То есть она достоверная, но весь вес в пределах нормы. А вот скажите, по замороженным эмбрионам, где-то имплантируют или замороженные? Вот там я знаю убедительную статистику, что лучше. И приживаемость лучше. Если замораживают? Да, да. Как вы считаете, наверное? Ситуация следующая, что проходит цикл у женщины, вот цикл стимуляции начинается, когда когда она получает дополнительные дозы гормонов для того, чтобы увеличить количество яйцеклеток, не погибших, скажем так. То есть в норме в овуляции выходит одна яйцеклетка. Задача стимуляции суперовуляции – это спасти все те клетки, которые должны были бы погибнуть. То есть женщина в цикле получает большие дозы гормонов. Затем мы получаем бластоцисты и эмбрионы на перенос, и мы можем какие-то эмбрионы перенести, какие-то криоконсервировать. Прямо в этом же цикле? Да. И вот мы можем перенести в этом цикле, но эндометрий, то есть вот выстилка матки у женщины, она, соответственно, будет уже прореагировавшая на вот эти повышенные дозы гормонов. И поэтому те эмбрионы, которые мы заморозим и перенесем потом на спокойный эндометрий, который не отреагировал на вот эти повышенные дозы гормонов, а это будет натуральный цикл. Слишком толстый становится, они, да? Он реагирует быстрее. То есть вот эта вот рассинхронизация из-за того, что эмбрион, он при ЭКО растет немножко медленнее, эндометрий немножко быстрее. И вот эта вот рассинхронизация есть, она дает несколько меньше процентов беременности, чем в криоцикле. То есть имплантация хуже. В следующем цикле будет нормально. В следующем цикле будет лучше. Ну, или поэтому замороженные лучше. То есть, не потому что заморозка улучшает качество эмбриона. Я имел в виду другое, что в общем-то оказывается, что они оказываются лучшего качества, прошедшие цикл замораживания. То есть потом, грубо говоря, более удачные дети родятся. То есть беременность протекает без осложнений, вплоть до того, что чуть IQ повыше у них. Это правда или нет? Нет, на тему IQ нет. На тему это программы с замороженными эмбрионами, они эффективнее. То есть вероятность беременности на перенос, она выше из-за того, что в переносе, во-первых, вот то, что я сказала по поводу реакции эндометрия на гормоны. Более во-вторых, это связано с тем, что замораживаем мы всегда эмбрионы хорошего качества. То есть перенести мы можем эмбрионы среднего качества, потому что не доросли, перенос надо сделать, программа этого требует. Вот. Но если мы криоконсервировали эмбрион, то мы говорим о том, что это эмбрион хорошего качества. То есть вы его выбираете, оптически есть, оптически можно. Критерии по морфологическим критериям. Морфологическим, да. Пока не смотрите, обратите внимание. Он вышел в режим, кислорода там 15%. Не 20%. Да, возможно, и всегда это. Ну, может быть, из-за того, что CO2 повышен. Потому что. Ну, у них минимально. Их там мало, минимально. Но это интересно. Да. Может быть, это стандартный инкубатор. А 6, вот он скачет, то 6, то 15. Вопрос тогда, если к газам обратиться, вот вы здесь имеете контроль концентрации, на что вы ориентируетесь? Мы ориентируемся не на этот, у нас есть внешний датчик, и мы каждое утро измеряем, это обязательное правило лаборатории. И тут 6 дней у нас растут эмбрионы, да? А здесь это инкубатор только в операционной. Мы его используем при получении яйцеклеток, при пункции фолликулов. А потом мы берем планшет и переносим в лабораторию. Пойдемте покажем. Нет, ламинары. Вот размотрели. С подогреваемой поверхностью. То, на что Сергей Александрович просил обратить внимание. То есть
все надо, вот их можно включить, и вот эта вот поверхность, она будет иметь такую температуру, чтобы в чашке с каплями она была 37, да. Ну, отлично. Да. Вот. И у нас, ну, соответственно, вот серию микроскопы, бинокуляры и станции ИКСИ. А степень увеличения какая у вас, магнификация? Ой, не скажу. Ну, вот, можно по объективам посмотреть. Вот, о чем я говорил. 8, да. Окуляры, объектив. Да. Здесь разрешение 8, 8-кратное. 8, да? А там сколько? Ну, здесь десятка, здесь 0,8. А, ну значит, это... 80 раз. Ну, 80 похоже, да. Там уже гепофильтр стоит, правильно? Выключаем. Да, гепофильтр стоит, да. А у вас здесь специально поднято или отсутствует? Ну, да, оно специально поднято. То есть, как бы... Вы не опускаете? Не опускаете. Ну, иногда опускаем. Вот тут вот не чувствуется потом. Он сейчас выключен. А, просто выключен. Он выключен, да. То есть сейчас уже работа закончена. То есть так просто удобнее работать, да? Ну, потому что надо же окуляр глазами, а не через стекло. А есть же этот, камера, матрица. Где? А вот. Вот это вот, да. Тринокуляр. Тринокуляр, да. А выводит куда-то сюда? На экран. Да, на экран. У нас достаточно много учеников, и удобно эту систему использовать, когда они учатся, чтобы смотреть, что происходит. Ну, можно закрыть, и там вот так просто руками работать, да? Ну да, но это вот в лабораториях ЭКО этого не требуется. Ну, если 6 дней инкубации, то не требуется. А если подольше, то, наверное, потребовалось бы. А подольше уже эндометрий нужен. Женщина, мать. Ну, понятно. Ну, да. А, то есть у вас на короткий получается? Вы знаете, уже успешно развивают технологии искусственной матки. Уже мышек, да, чуть не на рождение проводят. Ой, скоро клонировать начнем. Да уже не мышек, там уже животных каких-то делали. Животных, да, но нам нужны... В таких мешках, как... Если я правильно помню, одна из основных проблем – это проблема контаминации. То есть там сложно поддерживать вот это все в стерильном состоянии. Больше 6 дней – это сложно. А тем более больше 6 месяцев – это практически невозможно. Вот. Ну и вот станции ИКСИ. Тут все лиды. Два манипулятора для того, чтобы управлять иглами, которые... Одна игла держит яйцеклетку, второй иглой ловим сперматозоид. Вот. Ну, то есть это вот как компьютерная игра, вот эти вот джойстики. Вот. И здесь происходит оплодотворение и биопсия эмбриона. Ну, это для тех случаев, когда не хватает сперматозоидов, да? То есть так-то вы поместите яйцеклетку в суспензию, она должна... В идеале, да, хочется больше именно такого естественного способа, вот, но очень часто проблемы у партнеров, то есть низкая концентрация сперматозоидов, низкая подвижность, поэтому приходится помогать. Прям вот вылавливаете первый попавшийся, который так хорошо выглядит и... Покрасивее, да? Ну, это немножко сложнее, потому что эякулят сначала обрабатывается специальным образом, освобождается от мусора, который всегда есть, от мертвых клеток, от дохлых сперматозоидов, которые там всегда тоже есть. Угу. И после этого выбирается, ну вот так, не просто первый. Если что-то осталось, да? Ну да, нет, всегда остается. Всегда надеемся на то, что останется. Рассчитываем на это. И используем сперматозоид, который хорошо двигается, который хорошо выглядит, вот, отвечает всем этим параметрам. Тот, который в норме сам бы добрался. Победители добираются. Ну, кстати, если их мало вообще, то... Если, вот, да, если знать, как селективно репродуктивная система женщины, то есть в реальности до... той части, где происходит оплодотворение, добираются из многих миллионов, там в районе 200 сперматозоидов. Там первичный отбор на качество. Да, вот по качеству вопрос, там как выбраковка там, да, идет или как? Там в основном по хромосомам вы считаете? Там, или мы не видим хромосомы по цветовым микроскопам. И, ну, это невозможно. А там синдром Дауна, чтобы не было там? Это невозможно увидеть. И
если это уже потом на эмбриональной стадии. Сомии по 21-й хромосоме, то 95%, да, что это пошло от ацида. От, Понимаете? Дальше. Тяжело нельзя держать теплее. Ну, это потом нельзя держать теплее. Вот, то есть вот, когда... Если взрослого мужчину со спермодегенезом засунуть в памперс, наверное, это ему не поможет. Вот. Но если ребенка засунуть в памперс, просто вот есть такие мнения, ну, вообще, что почему вообще сейчас... По логике. Нет, вы знаете, самое большое отличие? Сейчас резкое снижение сперматогенеза, вот вообще у населения. Про фертильности, да? Вообще. Ну, вы знаете, нет, почему? Да. Потому что очень хорошая медицина. Если раньше из 10 детей там 5 умирало, то сейчас мы в лепешку расшибаемся, чтобы все сохранить. Это поколение за поколением, с ухудшенным качеством, в частности, митохондрии. Они выживают, мы им помогаем, они рождают детей. Мы вот здесь, понимаете, этим занимаемся. Это конфликт, да, это эволюционный конфликт. Поэтому и фертильность ниже, и качество ниже, и аутизм. Вот так вот, потолок. Ну, по аутизму у меня... особое мнение. Ну, Марина, мнение на 90% это митохондриальная дисфункция, которая передается именно таким путем. Потому что у всех матерей аутистов сразу видны дисфункции, дисплазии. Это железо. Вы смотрели? То есть такая статистика? Это не просто статистика, это уже банальность. Конечно, есть случаи без этого и без этого. Есть там аутизм все-таки полиэтиологическое заболевание, но 90% это митохондриальная дисфункция. Она передается. Посмотрим. А тут, собственно, такая же лаборатория, как там, то есть ламинары, бинокуляры, ИКСИ-станция. Вот, то есть вот все. Витрификатор еще Вот, это аппарат, который нам делает суперхолодный азот. То есть, если у азота -196, то здесь он где-то до 200 догоняет. И считается, что... Методом испарения, да? Это там изменяется давление, и поэтому он перестает кипеть. То есть, это даже видно. И считается, что это лучше для заморозки... Еще быстрее. Да, еще больше перепад температуры. То есть... А для витрификации какую-то среду особую применяете? Или да. Просто так? Нет, сначала не просто так. Криопротектор? Да, обязательно криопротектор. То есть, еще какая-то сначала... масляная капелька сверху, да? Значит, сейчас про криопротектор. То есть для того, чтобы произошла криоконсервация, нужно заместить воду в эмбрионе или оците на криопротектор. И вот сначала где-то 10-12 минут это происходит в растворе в определенной концентрации, потом в другом растворе, где концентрация выше, и сажается эмбрион на крионоситель и помещается в азот. Масла там не нужно. А состав криопротектора? Там есть тригалоза, как сахар, который внешний криопротектор. ДМСО, там непонятно, есть или нет, вот именно в том пути, которым мы пользуемся, потому что он, в общем, они не раскрывают. Ну, у нас готовая среда. Да, у нас готовая среда. Ну, конечно, да, это конфигурация. Они закупаются. Это японцы. А этот, по-моему, даже у вас не выключен, наверное. Ну, да, там, наверное, еще работает. А, то есть японцы, да? Ну, вот, Vitrification Solution и Calibration Solution. Mm-hmm. Вот, собственно, они без подробностей решили написать. Нет, ну это ясно. На самом деле нет. При регистрации они полный состав должны указывать. То есть это можно найти, да? Ноу-хау японских. Точно можно найти. Аналитическим путем посмотреть, конечно, можно приблизиться к этому. Нет, по-моему, точно опубликованы. Все регистрированы, состав точно известен. Кредер, да. Нет, они, конечно, где-то есть и... Да, это вообще ценнейший компонент. Вот, тоже андрология. Добрый день. И здесь
здесь у нас красочки, груды. Ну, мужские комнаты, они за вот этими окошками. И здесь происходит оценка, обработка эякулята перед оплодотворением и спермограммой. То есть спермограмма, чтобы оценить, к чему готовиться, и выяснить, возможно, причину бесплодия. И обработка перед оплодотворением. Так. Вы знаете, я, наверное, вам сейчас покажу. Сейчас, подождите, пожалуйста. А этот микроскоп какой лечит? 20, 40, 100 и иммерсионный. И плюс на объективе, да, сколько? Так, на объективе, я вам сейчас скажу, вот, 10. 10, наверное, да. Ну, можно и 50 поставить, в принципе. Да. А матрица какая у вас здесь максимальная, вот, не знаете, на скидку? Вот насчет этого я не могу сказать, потому что я только... Ну, Full HD, наверное, там, да, не меньше. Ну, 2К, может быть, максимум, да, там? Я начинающий андролог. Понял. Да. Поэтому... О, да, давайте, сейчас я вам... Давайте. А в чем его, так сказать, новизна, если знаете, можете сказать? Нет, вот за техническими подробностями это уже вот есть. Там на экране все можно видеть, да? Да. На экране-то да. Понятно. Но смысл в том, что он показывает вот, общий смысл, анизотропию внутренних структур. И если, соответственно, луч натыкается на что-то, что преломляет его по-другому, то он это покажет. И мы так можем увидеть веретено деления аоцита, потому что внутри аоцита, ну вот это такая большая, большой мячик, и он более-менее однородный. Но при этом вот то место, где находятся хромосомы, оно вот устроено по-другому, оно преломляет лучи по-другому. Поэтому ее видно. Митохондрии тут не, ну, те, которые... Вот, сперматозоид. Нет, сперматозоид, там, понятно. Да, сперматозоид, да. Это видно. Угу. Вот. О, вот, опять же, да, те фотографии, которые были, там, ну, видны, что какие-то ядерные структуры. Вот, ну, сейчас десант больше хромосомы. Это, конечно, гораздо больше, может быть, из-за этого. Да, я смонтирую, там лишнее уберу. Конечно, потом в закрытом доступе можно. Или там что-то будет в открытом, что-то в закрытом. Не дисперсированное. Для этого я, в общем-то, снимаю. Так что вообще, конечно, не увидеть. Ну да. То есть вы полагаете, что можно будет чисто по морфологии митохондрии отбирать лучшие? Нет, это, ну, нет, это можно, может быть, увидеть, но нет, отбирать так невозможно. Аоцит и так далее, и так далее. Чего у нас в эволюцию выходит? По-моему, 4 сотни, не более. Ну, вот да? Сколько, а да. Было 5 миллионов. Где идет отбор? И вы всех оплодотворяете, потом уже на уровне эмбрионов смотрите, да? Какие эмбрионы, да, лучше, да. Какие есть, хуже, да? Да, нужно увидеть, что правильно оплодотворились, эти продолжаем культивировать. И в дальнейшем мы видим, что они продолжают развиваться. И те, которые дорастают до 5-го, до 6-го дня, уже до эмбриона хорошего качества, мы видим, что да, у них есть это вот потенциал. Эти как раз картинки, то же самое, они продублированы, да? Вот а что такое эмбрион хорошего качества? Это значит, к 5-му году? Достаточно много клеток. То есть он должен показывать очень хорошую динамику деления. Там уже до 8 клеток, там да? Там еще Мурова или еще до Мурова? Там Мурова, да, после Мурова. Mm-hmm. Да. То есть Мурова – это 4-й день, это компактизованный эмбрион. А потом мы хотим увидеть бластоцисту. Она выглядит как мячик для пинг-понга внутри мячика для тенниса. То есть вот этот маленький мячик – это внутренняя клеточная масса, это то, что потом даст сам плод. А вот этот вот внешний мячик, это трофэктодерма, это то, что даст потом плаценту и внутренней клеточной оболочке.
Да, то есть мы должны увидеть разделение на эти две популяции клеток, и их должно быть достаточно. А на генетический анализ отбираете клетки на какой стадии? Вот как раз на стадии бластоцисты. То есть мы можем на этой стадии, когда много клеток, взять несколько клеток трофэктодермы. Трофэктодермы, да? Да, и отправить на анализ генетику. Сам эмбрион при этом консервируется и ждет ответа от генетика. А вот эта вот пласида люсида, она когда разрушается? Зона пилюса, да. Да, зона. Зона пилюсида, она остается. То есть она к 5-6 дню она истончается. Еще есть, да? Да, да. Она истончается. То есть вы ее должны проткнуть, если отбираете эти клеточки, да? Если мы проводим биопсию, мы это делаем несколько насильно. Да, вот. А если мы просто посаживаем эмбрион без биопсии, то эмбрион это должен сделать сам. Здоровый эмбрион это делает сам. И он оттуда вылезает, как вот цыпленок из коровы. А есть еще такой банк, он как бы автоматически, он там стоит что-то дорого-дорого, там что-то робот, да, там что-то 20 миллионов, что-то такое, рублей. Но здесь это не актуально. Это как раз вот для клеток очень актуально. Вот, а что, собственно, за субъемы хранятся эмбрионы? А в каких сосудах вот это вы имеете в виду, да? Угу. Да, значит, сперма хранится в пробирках по 1 мл, по 2 мл. Эмбрион. Перевымяло? Да, перевымяло, да. Да. Зарегистрировано. Ну, все, что используется в лабораториях ИФО в России, оно должно быть, да. Но там уже в какую-то криосреду переносится это суспирение или... Это тоже идет с криопротектором, специальную среду для криоконсервации, но это не витрификация, это медленная заморозка. Вот как мы, да, вот в этих вот кварках. Потихоньку опускают в пары азота. А, вот так вот, да? То есть не программный замораживатель, а медленный? Нет, у нас нет программного замораживателя, но есть специальная тоже... Ну, здесь особо и не нужен, наверное, да, этот программный, это больше клетки. Нужен, да, здесь? Нужен? А, ну вообще да, потому что единая получается. Способные клетки нужны. Ну да, да, да. Ну это вот только для сперматозоидов. А бичьи клетки, как бы замораживаешь? Да, если, конечно, не замораживаешь, Ну да, то есть неаккуратно опустили, и, как говорится, это весь материал. Можно выбрасывать, да? Замерзло? Ну да, еще там. Ну, методика какая-то есть у них там. Пойдемте, дойдем в лабораторию, и я там покажу. А можете еще сказать, как происходит? Вы сюда принесли каждый образец? Да. Да. Ну да, если женщина там скажет, что вы мне тут, я негра родила, да, придется там судебное дело открывать, откуда чего взялось такая. Это крутые, он уже тогда, если негры. Ну, вот так вот это выглядит. Вот это, значит, это криосоломинка, и на конце вот этой вот соломинки будут посажены вот сюда, вот в эту часть, да, либо ооциты, либо эмбрионы. А, и эмбрионы также замораживаются? Да, эмбрионы также, да. И это тоже вот ускоренная витрификация при минус 200, да? Это тоже витрификация, да, но вот она вот, собственно, не ускорена, а это вот витрификация. Она всегда быстрая. Вы сказали, что там ниже, чем 196, то есть 200 с чем-то создается. Да. А, значит, вы принесли прямо в жидкой фазе, да? В жидком азоте? Да. Это пустой, конечно, тут ничего нет. Вот, но особенность витрификации в том, что ни в коем случае нельзя доставать ооциты, эмбрионы из азота, если мы их не размораживаем, потому что губительно повышение температуры до минус 130. А вот минус 130 теперь можно попросить. Даже 130, да? Минус 130 это уже... та температура, при которой начинается образование кристаллов. Один раз достал и сразу бить. И все, да. Специальная методика, Мы же, например, достаем эту клеточку, у нас там 1000 пробирок, и ты берешь одну, остальные 999 опускаешь обратно. Угу.
но они, а все, как... они остаются в азоте. Нет, почему вы же их достали? Вы же их достали, да. Там деградация будет. Мы их достаем так, что они остаются в азоте. Они в специальных чехлах еще находятся. А, то есть да. Там еще немножко азота в каждом чехольчике будет оставаться, да? О, обязательно. Смотрите, а вот эти хорошие решения. Чехлы, вы имеете в виду, как бы, каждая пробирка, она снаружи еще имеет там, как бы, не совсем. Вот какая-то микрокапсула. Видимо, микрокапсула, да? Как двойной стакан такой получается. Они находятся, да, вот в таком высоком стакане. Вот. Ну, в нем стакан, да, и они вот так, нет, не индивидуальным. Но нам не надо их доставать для того, чтобы... ну, понятно, что там остается азот. Нам не надо их вынимать из азота для того, чтобы достать. И все процедуры, они происходят опять же в жидком азоте. То есть мы достаем вот это вот не на воздух, мы достаем в контейнер с жидким азотом. В самом контейнере с жидким азотом мы выбираем криотек определенной пациентки и его достаем из вот этого общего стакана. Наверное, в конце подписано там цифра какая-то или код какой-то. Ну, стикер может быть какой-то. Соломина или криловиал у вас когда хранится, он имеет оберточный мешок или хранится прямо? Хранится, вот есть... И да. В жидкой фазе? И в жидкой фазе, да. Не а как вы контролируете герметичность крышки? Крышки Диора? Нет, крышки соломинки, соломинки или крышки криовиал. Она не герметична. Все это, вот эта крышка, она не герметична. То есть, почему? Иначе он может заливаться, да, внутрь, да, да, он может залиться. С криотеками в этом нет никакой проблемы, но если это пробирка со спермой, она может взорваться от этого, да, но... Мне кажется, у вас есть еще какой-то подвопрос. Возможно, заражение. Сейчас, смотрите, у меня просто вопрос. Я тоже занимаюсь технологиями с клетками культивированными. Вот, не с ЭКО, а там просто соматические клетки. Значит, когда мы подходим к криохранению, там начинаются быть вопросы. Газовая фаза или жидкая фаза, почему так, почему так. Вот именно опасность хранения в жидкой фазе в том, что если криовиал, они имеют дополнительные оболочки, запайки, в него попадает жидкий азот, и как бы, один вариант может взорваться. Другой вариант, возможен перенос биоматериала через жидкую фазу. Из одной соломинки в другую. Я на этот вопрос тоже, у меня есть ответ. Есть данные о том, что, вот, собственно, про перенос... гепатита, это был гепатит, внутри хранения, во время хранения в жидком азоте, это были контейнеры с замороженным костным мозгом. И действительно, было повреждение оболочки, и была передача вируса внутри жидкой фазы, но дело в том, что когда мы храним ооциты и эмбрионы, мы их храним в каплях, объем которых чуть-чуть превышает размер эмбриона. И вероятность такой передачи, она сводится к нулю. И она ни разу не была зарегистрирована. Теоретически. То есть сколько людей работают с этими системами, с витрификацией, с сохранением в жидкой фазе, ни разу вот при такой системе хранения на криотеках, криотопах, криолупах не было зафиксировано таких случаев. То есть исчезающий маленький объем биопробы, да, как бы снижает вероятность перекрестного распространения. Если у вас жидкая фаза, как бы омывает, правильно получается? Может, она просто не переносит физически? Не совсем омывает, потому что они все равно находятся в чехле, да, он может временами... там как-то спадать и попадать внутрь, ну, во-первых, то есть это не убьет эмбрион или ооцит, но вероятность этого, опять же, ну, небольшая. Хорошо, еще такой вопрос. Какой азот вы используете, какой чистоты?
Ой, это я не отвечу вот так сходу. Технический, да? Это да, это надо лично спросить. Его как-то дополнительно чистят, да? Не, ну просто есть технический азот, есть азот там более высокой частоты. Ну, наверное, более высокого здесь. Тогда просто вопрос не факт. Можно просто взять его так, а бы где, а можно его сначала так следует очистить от... Из воздуха можно взять. Но это нужна криостанция. Ну, это чистый, да. Ну, это криостанция нужна, но это там это... Ну, это целое хозяйство. Ну, да. Не, ну, это делается где у нас? Балашихи, огромнейший завод, который все это выпускает. Они продаются и мобильные бывают. Да, все. Ну, сейчас они не работают, потому что все работают на кислород. Не, азот идет, азот требуется еще. Нет, сейчас технический азот, все криохранилища, криобанки везут из других регионов. Все Москва работает на... Серьезно? А что, у них оксигенаторов, что ли, нет обычных этих электрических? Большой дефицит. Это просто вот в розетку втыкаешь и все. Нет, и там 10 литров в минуту, 99%. Уже существующая инфраструктура. Да. Кислородные баллоны есть. Больницы, баллоны, в Москве, да. В регионах, я не знаю. Я в больницах видел там вот такой ящик маленький, как бы. Но они разные бывают. Кислородные концентраторы. Концентраторы, да. Миллионами, да. Ну, может быть, они им так выгоднее просто деньги пилить. Ну, тут все финансовые. Ну, да, вы правы. А что я купил сейчас китайский концентратор там же за $600. У меня их тоже несколько штук на всякий случай. Чтобы это, знаете... И один уже я подарил другу. Попросился. Я купил его как гипоксикатор. Ну понятно. А, вы, и у вас два назад дает еще, да? Он как побочный продукт. А там есть воздух, выдает. Там фитинг какой-то есть? Нет, там не просто фитинг, там внутри немножко там переставлено, все как надо. Можно сделать, да? А, вы просто знали, какой брать? Ну, конечно. Вот в таких условиях вес не получится без антибиотиков. Тут обязательно антибиотики. Да, вот как у нас был феромель, мы там культивировали без антибиотиков. Ну как, на эмбрион антибиотики не очень, наверное, хорошо будут. Да, сейчас рядом с гентамицином. Да? Все средства. А мы специально не использовали гентамицин, ссылаясь на статьи про хромосомные аберрации и гентамицин. И у нас был только пенстреп в качестве антибиотика. Давайте мы вот одну эту комнатку сделаем GMP и попробуем здесь. Нет, вот... Здесь ну, как бы не совсем так это делается. Вы поговорите с Ильей Сергеем Александровичем, объясните ему, он готов. Вот в одной комнате он готов создать все условия, чтобы мы могли там месяцами инкубировать клетки на фидерслой. Он очень хорошо считает, как я сейчас понял. И ему скажу, не знаю, он очень быстро посчитает, сколько это ему обойдется. Ну ничего, пусть посчитает. Он сам решит. Главное, скажите. Ну это шлюз еще нужен, да, наверное, там система вентиляции. Это одной комнаты не обойдешься даже. Ребят, мы же инкубировали месяцами эндометриальные клетки, правда? У нас вот такого не было. У нас все вот эти стекла были закрыты. Ну да. Вот и у нас было тут постоянно вот эта вентиляция. То есть если вот сюда спичку поставить, то тут будет очень сильный. Конечно. У нас тоже избыточное давление через лабораторию. Но у нас еще эмбрионы, они культивируются по своему маслу. Оно тоже обеспечивает защиту от контаминации. Какую-то защиту, да. И кругом у нас шлюзы были двойные. То есть работы шпилизы, еще другого. Это азот, да, или что-то? Да. Смесь газовая. А, смесь? Да. А тебе тут же вот можно сделать двойные двери, правильно? Кислорода 5%, СО2 6%. Вот нашли 5%. Нет, вы поверочный. Это какой-то уже коктейль какой-то. Калибрует, да, гентамицин. Вот видите, там такой широкий. Это одним помещением не обойдешься. Это еще надо под вентиляцию, еще огромный зал. Вот в этом месте. Это как бы оптимистично слишком. Потому что я видел в пирамиде, там огромный зал был, только под вентиляцией. Это наш зал. Ваш? Да, это я там руководил. Да вы что? И мы этим моментом тоже работаем. Здорово. А сейчас что там? Они решили не доводить ее до лицензирования. Да вы что, а как это, выброшенные деньги, что ли? Ну, не ими выброшены. Понял. Не будем это обсуждать.
Ну, блин, нифига себе. Я просто был под большим впечатлением. Я вас очень прошу помочь мне уговорить Сергея Александровича сделать здесь, ну, если не GMP, то, по крайней мере, хотя бы не хуже, чем у нас в первом месте. Задача, чтобы инкубировать на эндометриальном фидерслое бластоцист. Ну, эмбрион. Долгосрочно. Потому что идея, что да, у них очень маленький процент выживаемости. Если мы сделаем фидерслой, они лучше будут расти. GMP вообще ни при чем. Здесь я вам потом расскажу, не поджарьтесь. Да. Я выключить могу выключить. А у нас первый меди было? Нет, смотрите, у нас были чисто помещения, которые мы аттестовали. У нас чисто три. GMP это немного другое. Мы просто не аттестовали, но в принципе мы могли бы, да, аттестовали. Мы аттестовали, у нас была нужная частота. Но GMP это другое, GMP это сертификация. Сертификация, она не по помещению, а еще по-другому. То есть мы не прошли эту сертификацию, но в принципе могли бы пройти, да? Да. То есть там вот условия были удовлетворяющие. Вот я не выкидываю чашку. А, вот так вот растут. Ну, в такой чашке растут эмбрионы. Ну, так, а что это такое за шарики такие? Это капли питательной среды, а сверху покрыто маслом минеральным. А, это масло? Вот, да, вот сверху вот я болтаю, это масло. А там сейчас никто не живет, да, пока? Нет, конечно. А вопрос стерильности, он очень как бы критичен для вас? Вот мы как раз обсуждали, он, конечно, критичен, вот, и в средах, в среды добавляется в культуральный гентамицин. Да. Вот что интересно, лишь один гентамицин прошел пробу. Почему не пенициллин, спрашивается, или еще что? Это во всех клиниках или это ваш протокол? Это во всех продажных средах. То есть все, никто не варит среды сам, все покупают. Среды далеко в России их нет, все везут, и они все с гентамицином. Значит, он прошел какой-то отбор, какие-то... Вот я не сомневаюсь в этом. Я не знаю, работ на эту тему. Но знаю, что вначале использовали пенициллин, потом перешли на антибиотики. То есть у вас даже и нет средств без антибиотиков. То есть если мы вдруг захотим что-то делать без антибиотиков, Марина будет флордиакси. Марина Васильевна, у вас другие среды. Будет флордиакси, который у вас на порядок культивированы. Соматические клетки. Ладно. Здорово. Ну, я вот уверена, почему-то у меня прям вот такое чувство интуитивное, если мы сделаем GMP и стерильные среды и без гентамицина, то у нас процент возрастет в несколько раз приживаемости эмбриона. Я уверена. Я более скептична, но считаю, что надо верить. И качество. Со стерильностью тоже там не совсем понятно. Кровь же она тоже не стерильная, как бы по последним данным. Там есть. Набираться в любой ДНК, митохондриях или в ядре, ему все равно. Насколько он генотоксичен, я не знаю, насколько я понимаю, но если мы повысим качество митохондрий прямо вот в прогениторах, да, то все остальное уже малосущественно. Надо учиться работать стерильно, абсолютно стерильно. Но этого не бывает. Ничего стерильного не бывает. У нас в мозгу живут бактерии, у нас в печени, в эмбрионах, ну я не знаю, в эмбрионах, но у плода... Есть первое предлагобележение, есть последнее предлобележение, понимаете? У нас, по-моему, даже бактерий больше по клеткам, чем в самом организме. Да, по ДНК больше. Мы будем работать в максимальном приближении к стерильности. Абсолютная стерильность, мы знаем эти гнотобионты. Гнотобионты. Это ущербные совершенно животные, которые вообще, у них дефициты по всему. То есть они не развиваются, нет сопротивляемости. Они меньше живут. Мы с самого начала эволюции, мы сообщество, гнотобиом, так называемый, потому что у нас биоциноз. Бактерий, биоциноз, да, но гнотобионт это еще больше. То есть у нас, ладно, что там в кишечнике все понятно, у нас в ротовой полости их огромные, по коже вообще бездна. Но самое главное, вот недавно показали, в мозгу есть бактерии, которые живут и, в общем, не вызывают воспаления. Но кровь не стерильна тоже. Ниссенс, по-моему, что-то там делал. Почистите зубы, после этого возьмите кровь венозную, вы найдете там бактерии полости рта. Ну да, да. Просто все это сообщество такое у нас. Именно. Об этом Мечников, по-моему, еще говорил, что там вообще непонятно, что такое наш иммунитет. Ну, Мечников его и раскопал впервые. Есть клеточный иммунитет, который очень древний. Есть гуморальный сверх этого, который только у позвоночных появляется. И все это сейчас хорошо известно. До этого она тоже лет 10 была.
В общем, как-то это все долго. Уже 20 лет работает. И это... А вот здесь Сергей Александрович сказал, в курсе нет этой работы, что сейчас... Давайте я вас провожу, наверное. Давайте. Да, пойдемте уже. Все, спасибо. Что они уже заменяются так нужно, на более молодую. То есть, допустим, если женщина... Ну, мы это не делаем. Вот секреточку, да, дает. Это, есть эта технология, она экспериментальная, ей занимаются в Киеве. Марин, спасибо вам большое за экскурсию. Вот, да, все, я с вами прощаюсь. Все, спасибо, до связи. Вы тут еще гуляете, да? Не, я пойду тоже уже. Спасибо. Спасибо, до свидания. Fantastic.